Интеллектуальная собственность SkyWay – это результат творческих усилий. Ну, во-первых, меня, не только как автора основополагающих технических идей и решений, но как инженера, изобретателя, конструктора и ученого с мировым именем. Во-вторых, это результат работы десятков творческих коллективов, которые я создавал, ну вот уже в течение, наверное, 32 лет, которыми руководил и которые финансировал либо я привлекал финансирование с разных источников без отчуждения от меня, созданной мной же интеллектуальной собственности. Я так работал все эти годы. И вот здесь есть вопрос, хочу его зачитать. За более чем 40 лет развития струнного транспорта у вас было немало партнеров и соответствующих обязательств перед ними. Выполнены ли они? Есть ли среди этих обязательств какие-то актуальные по сей день? Не получится ли так, что при успешной реализации SkyWay о своих правах на технологию и лежащую в ее основе интеллектуальную собственность заявят ваши бывшие компаньоны? Ну, этот вопрос мне часто задают, и я считаю, что нужно на него развернуто ответить. Ну, над струнными технологиями я стал работать, ну, в далеком 1967 году, когда поступил в Тюменский индустриальный институт. И когда стал изучать мосты, висячие, вантовые мосты, в частности, предварительно напряженные железобетонные конструкции, где есть струны, которые напрягают. И уже, а как изобретатель, я начинаю отсчет, ну, чуть позже, 1977 года, когда я тогда работал ведущим инженером в дорожно-строительном предприятии номер 2 в городе Гомеле, ну, образно говоря, клал асфальт. И я тогда подал первую заявку на изобретение геокосмического транспорта для вынесения индустрии в космос, потому что я понял, что ракета-то не сможет выполнить эту задачу. И я назвал это решение общепланетарное транспортное средство. Это тоже струнная технология, потому что при работе ОТС и при выходе на орбиту это летательный аппарат, который сам себя несет, он зависает в воздухе, ни на что не опирается. И поперечник, это ну, в сечении поперечном ОТС, это несколько метров, а длина 40 миллионов метров, 40 тысяч километров длина экватора. И соотношение поперечного размера к длине – это 1 к 10 миллионам. Это как паутинка. То есть ОТС на фоне Земли – это как паутинка на фоне небоскреба. Ясно, что паутинка не может быть устойчивой, если она не будет растянута. И поэтому ОТС работает всегда в растянутом состоянии. Это тоже разновидность струнных технологий. И затем я из дорожно-строительного треста перешел на работу в Институт механики и металлопрямительных систем. Это было в то время, да и сейчас, наверное, самый такой серьезный научно-исследовательский институт в Гомельской области. Потому что я хотел поближе к науке и ушел от асфальта в науку. На меньшую зарплату, кстати. И много лет продолжал работать уже как энтузиаст, и до этого я работал как энтузиаст, потому что ясно, что мои обязанности инженера не входило заниматься струнными технологиями, потому что ни в дорожно-строительном тресте, ни в Институте механики металлопрямительных систем в Гомеле, ну, не было задачи работать над струнными конструкциями. И вот уже примерно через 10 лет после подачи первой заявки на ТС от этого проекта отпочковалась другая технология, она тоже струнная, которую назвал струнной технологией. И я также продолжал уже развивать эти технологии не как науку, а как бизнес. Опять же, продолжаю работать в Институте механики и металлополимерных систем.
И только в 2014 году я дал новое имя этой технологии SkyWay, под которым, ну, под этим брендом сейчас и развивается эта технология. И работая вот в науке и понимая, что это не мое, хотя это тоже интересно была наука, изучать полимеры, их поведение, особенно в конструкциях там, и так далее, в соединении с металлами. Я все равно грезил космосом, я думал о том, что надо выносить индустрию в космос, я понимал те проблемы, которые стоят перед человечеством. Поэтому я решил все-таки уйти из науки. И тогда это была перестройка, и в Советском Союзе разрешили кооперативы создавать и центры научно-технического творчества молодежи. Кстати, многие олигархи нынешние вышли из центров НТТМ. Ну, российские, я имею в виду. Потому что это же тоже было СССР когда-то. И тогда же, в 1988 году, я понял, что, ну, открывается некая форточка для творческой работы, потому что до этого вся та работа, чем я занимался, она вызывала только у всех раздражение, в том числе и у моей жены. Так, это создавало всегда проблемы, то, что зачем ты занимаешься тем, за что тебе деньги не платят, шел бы лучше таксистом, они хорошо зарабатывают, или он официантом. Так, и было и такое. И тут появилась такая возможность, где уже можно организовать бизнес, на этом что-то зарабатывать. Причем здесь же центр на научно-техническое творчество молодежи, значит, можно зарабатывать на творчестве, а не на купле-продаже. И как раз в этом же году, в 1988 году, я организовал и привлек Советский фонд мира и Федерацию космонавтики СССР и провел первую научно-практическую конференцию по проблемам неракетного освоения космоса. И эта конференция прошла в Гомеле. Там где-то я собрал около 500 человек с многих стран. Было два космонавта. Мне помогал даже обком партии проводить конференцию. Потом, поэтому Доме политпросвещения это было... Политпросвещение – это то место, где собирались на всякие партийные форумы. А я даже не был партийным. И не разрешили провести в Доме политпросвещения конференцию. Она произвела фурор в то время, много писали в прессе, в том числе в центральной прессе СССР об этой конференции. И уже на волне этой конференции я попросил Советского фонда мира оказать содействие вот в развитии первых струнных технологий, разработке вот программы индустриализации космоса с помощью общепланетного транспортного средства. И они выделили мне грант. 150 тысяч рублей, это тогда было где-то 200 тысяч долларов. И, естественно, грант я как частное лицо получить не мог. И вот как раз поддержку, ну, от имени Федерации космонавтики СССР оказала вот летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая. Савицкая, она входила, ну, в правление Советского фонда мира. А Советский фонд мира тогда возглавлял чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Светлана Савицкая, советский космонавт, летчик-испытатель, педагог и общественный деятель, кандидат технических наук, полковник военно-воздушных сил СССР. Вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Дважды герой Советского Союза. Анатолий Карпов, советский и российский шахматист и политик, международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин в 1975, 1978 и 1981 годах, трехкратный чемпион мира по версии ФИДЕ, двухкратный чемпион мира в составе сборной СССР в 1985 и 1989 годах, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, трехкратный чемпион Союза Советских Социалистических Республик. Звездный мир, центр ТТМ, это был второй, вторая такая организация в Беларуси. Это тоже не так было просто создать, потому что тогда были в основном государственные предприятия, и для того, чтобы
мне дали разрешение на создание такого центра, приходилось даже защищать эту идею правительства Беларуси, Белорусской ССР. И мне помогал в этом летчик-космонавт СССР Игорь Волок, он даже приезжал и выступал в правительстве Беларуси, в том числе в ЦК Компартии Беларуси, чтобы разрешили мне, как изобретателю, создать вот такую организацию. Центр научно-технического творчества молодежи «Звездный мир». Игорь Волк, летчик-космонавт, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, президент Международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник. Мы и так уж натворили, ого-го, сколько за время своего существования. Поэтому я приветствую как этот проект, который действительно является хоть какой-то альтернативой. Значит, естественно, здесь достаточно специалистов, которых найдут и слабые места в этом, это естественно, и это просто необходимо для того, чтобы что-то существовало. Значит, это никуда от этого не денешься. Приветствую как и энтузиастов, так же и скептиков, даже, может быть, скептиков в большей мере, потому что они заставляют чесаться энтузиастов, и слава Богу, за это им большое спасибо, пускай хоть их и больше. Это был 1988 год. И за этот грант в рамках центра мы выполнили около 30 научно-исследовательских работ, серьезных работ, актуальных и сегодня. Но если сложить эти отчеты, то стопка будет, наверное, высотой около метра, вот так где-то. Стопка из отчетов. Так? Где там есть и даже разработка линейного двигателя для ОТС, там есть и зачем нам индустриализация космоса, а как будет цивилизация там развиваться, какие технологии можно использовать в космосе, как даже кадры обучать, потому что без кадров эту программу не выполнишь, там есть даже вот обучение молодежи, целое вот исследование, как это делать. И даже есть один отчет, это, собственно, программа КОМИР, актуальна и сегодня. Написана она была в эпоху строительства коммунизма, а вот в эпоху коронавируса, как вот мы сейчас живем, она еще стала более актуальна, эта программа, чем тогда. Программа экологически чистого мира. И там даже была написана, она есть, эта программа КОМИР, она висит в интернете, в частности, на моем сайте инженера Юницкого. Там даже описана структура цивилизации будущего, цивилизации земной, где есть экомир, экологически чистый мир, это жизнь на планете Земля. Есть индустрия, вынесенная в космос, это техномир. Есть мир разума, хомомир, который управляет и тем, и другим, и их взаимосвязи. Так, и там уже в каждом из них есть, естественно, свои уже части определенные, структурные элементы. Допустим, если техномир, то какая индустрия в космосе? Энергетика, а какая она должна быть? Металлургия, допустим, какая? Химия какая, и так далее. Да? И то же самое на планете, биомир. То есть не должно быть экологически опасных производств здесь. Сельхозпроизводство, может быть, там какие-то технологии, которые не нарушают экологию, окружающая среда, могут быть. Допустим, те же транспортные системы, которые должны обслуживать цивилизацию, людей, живущих на планете. Естественно, они должны быть дороги, а как же? И, наверное, все те составляющие дорог тоже должны производиться. Может быть, часть в космосе, часть на Земле, но это все будет функционировать все равно на Земле. Да? И вот тогда же, когда я стал работать над этой программой КОМИР, у меня вот и стал прорабатывать самую сложную часть, это эстакада АТС. Это, представьте, по экватору, вокруг планеты 40 тысяч километров. 75% идет по океану, по морю. Это и сложно, и дорого традиционно, и вообще практически традиционную эстакаду невозможно построить. Я стал ее совершенствовать, развивать и упростил до преднапряженной конструкции. Потом эту конструкцию превратил в рельс, струнный рельс, и подумал, почему бы на эту же конструкцию не поставить другое транспортное средство и, пожалуйста, еще один вид транспорта.
который я назвал вот, струнный транспорт Юницкого. И уже потом стал развивать это как отдельный бизнес. И вот когда это было все сделано, вот она заняла где-то, наверное, около года эта работа, да, около года. Я взял все отчеты, они уже были отпечатаны тогда в типографии, тогда не было компьютеров, поэтому мы заказывали это через типографию, даже печать приходилось в типографии печатать. Я собрал все эти отчеты, один экземпляр, и поехал в Советский фонд мира, и говорю, вот мы работу выполнили по гранту, и вот я вам возвращаю этот грант. Я вернул эти 150 тысяч рублей. Они удивились, говорят, зачем? Это же грант. Я говорю, не надо, мы выполнили, мы сейчас уже умеем зарабатывать, тоже на творчестве, но не на этом, а на том творчестве, которое нужно для народного хозяйства. В течение полутора лет в «Звездном мире» мы выполнили около 100 работ творческих. Было, творческие коллективы были созданы, где была даже сверхпроводимость, там вопросы сверхпроводимости, там были различные изготовления, разработка приборов, были даже струнные теплицы. Так, и мы даже сделали, спроектировали, изготовили. И испытали за 9 месяцев, это вообще уникальный случай, комбайн. Комбайн, кормоуборочный комбайн, который показал в 2 раза большую производительность, чем комбайн, который выпускался гомельским заводом «Гомсельмаш». При этом мы сделали в рамках «Звездного мира» это за 9 месяцев и за 20 тысяч рублей. И когда осенью хотели испытать, и оказалось, что кукурузу убрали везде, в одном колхозе говорят, вот стоит кукуруза, она уже подсохла, как у черенки лопаты стоят. Может, вы сможете убрать, потому что комбайн это не берет. А мы убрали эту кукурузу. И в 2 раза больше производительности показали. И этот комбайн был бы, стоил бы в 10 раз дешевле, чем тот, что выпускал «Гомсельмаш». То есть это в рамках тоже вот, работы «Звездного мира» мы выполнили. Да? Ну, правда, этот проект и другие проекты, судьба была не печальная, потому что меня, в частности, вызвали в обком партии, хотя я беспартийный, еще раз повторяю, беспартийный был. И говорят, ты кто такой, Юницкий? Ты что, посягнул на «Гомсельмаш»? Ты хочешь оставить 30 тысяч рабочих без зарплаты, чтобы они стали безработными? Какой-то там комбайн придумал? А ты не видишь, что он тебя посадит за это? Ну, этот комбайн сделал под завод. Так, как и другие разработки. Но, тем не менее, многие разработки были реализованы, причем с большим экономическим эффектом. Это говорит о том, что уже на счетах «Звездного мира» было где-то около 5 миллионов рублей. И я тогда же заработал свой первый миллион, ну, если перевести в доллары, первый свой миллион долларов. Это был 1989 год. То есть буквально за год. Причем не на купи-продай, а на творческой деятельности, работе, на реализации своих же изобретений. Да, об этом даже есть фильм, он есть в интернете. Там что-то «Звезд земного притяжения», что ли, где как раз и комбайн показан, вот эти наши разработки. Этому зданию почти 150 лет. Строили тогда добротно, и коробка отлично сохранилась. Когда-то принадлежало оно князю Паскевичу, затем конезаводу, потом долго пустовало. Но вот не так давно появились в нем новые жильцы. Заселили его люди, к рысакам имеющие весьма отдаленные отношения, разве что к Пегасу. Здесь... Под одной крышей собрались энтузиасты, объединенные весьма необычной идеей. Проект века, так назвали ее многие ученые мира. И если сравнить по масштабу, что мы сделали, то я бы сравнил это с современным Сколково в России. Но я там сделал одну глупость, хотя, может быть, надо было это делать. Я решил стать депутатом народным. Тогда были выборы. В 1989 году
Там и тогда Сахаров академик стал депутатом, Ельцин, многие другие. Да? Ну, это на волне, что надо менять страну, надо менять экономику, надо вот делать экономику инновационной, другой, дать больше свободы, все прочее. Ну, решил тоже стать депутатом, чтобы продвигать вот это направление. В том числе хотя бы потому, что тот путь развития космонавтики мировой, как был тогда, он и сейчас продолжается ракетный, он вел тупик, я это понимал. Я даже придумал там в платформе своей листовки говорил о том, что сделано там несколько буранов, или 5, или 6, я не помню. По стоимости это несколько миллиардов долларов. За эти деньги можно было построить новый город размером с Гомель. За эти деньги. А эти шаттлы советские так и не полетели. То есть они потом, эта программа была закрыта, и только один раз летал шаттл, ну, без космонавтов, просто сам по себе, как некий груз. И когда и власть, когда поняла, что за мной, ну, я буду победителем по Гомелю. И меня стали приглашать и даже в КГБ, и в райком партии, в обком партии, чтобы я дал голоса. Я сказал, нет, никаких голосов я. Они как, ну зачем вам эта политика? Ну, у нас же есть первый секретарь обкома партии. По-моему, Камай тогда был. Вот более достойный человек, отдайте ему голоса. Я говорю, нет, 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 вот хочу быть депутатом. Ну ладно, хочешь, да хочешь. И, короче, наехала прокуратура, там и КГБ, и все остальное. Все отняли, и там все здания отняли. А мы там, ну, князь Паскевич был котичий домик, там тоже символ определенный. Там был 1849 год, так, ну, с металла на фасаде. Я думаю, вот за 100 лет до моего рождения. 1849 год. И когда советская власть пришла, то это уже домик охотничий никому не казался нужным, а это было прямо как дворец, там из камня было, такого, с кирпича красного, это большое такое красивое здание. Жили там какие-то бомжи, а потом всех выгнали, сказали, развалите это все здание, там печи поломайте, там полы выдирайте, мы его будем сносить. И вот Центр «Звездный мир» взял вот такое разрушенное здание, восстановил его за год. Даже мы сделали канализацию по водопровод и горячую воду подвели за 500 метров, да? Достаточно большие деньги вложили. А потом пришли с райисполкома, горисполкома и повесили табличку. Охраняется законом, памятник старинный. И забрали. Это говорили, не сносите, нам не нужно. Когда мы сделали, о, нам надо. И до сих пор там висит табличка, памятник. Вот это охотничий домик князя Паскевича, да? И поэтому вот первая серьезная работа я делал именно в «Звездном мире». И привлекал, естественно, коллективы, творчески создавал и руководил всем этим, всеми работами, всеми до одной. Я руководил. Я давал задачи, давал решения и давал деньги. И там даже была одна из работ, я понимал, что в будущем, когда вот резон, вот такая амбициозная программа, которая должна объединить все человечество, то, естественно, деньги должны быть какими-то другими. Они должны быть общими, а не чьими-то. Да? Никаких там ФРС не должно быть, который там включил станок, отпечатал триллионы долларов необеспеченных. И типа, все хорошо, у нас деньги есть. Да? Наверное, не такой экономика должна быть. И вот там я как раз уже была дана, может быть, одна из первых опубликованных работ по созданию криптовалюты. Электронных денег. Первых в мире? Да, возможно, я не скучаю. Это был 1989 год. Это достаточно большая работа. Ну, естественно, там только некоторые идеи основные содержались, а детали, конечно, отличаются, но тем не менее, я даже тогда уже думал над этим и находил, искал решение. Да? В том числе, вот, ну, что это комплексная программа была, «Экомир», «Экологический чистый мир», и там много составляющих. И нельзя что-то одно разработать, надо весь комплекс разрабатывать, тогда это будет реализовано. И я хотел бы еще, наверное,
отметить то, что я создал, ну, создано было в звездном мире, по праву принадлежит мне. И оно и принадлежит мне. Это вся интеллектуальная собственность, как автору, как разработчику, как творцу и как человеку, который все это зафинансировал. Поэтому, я думаю, это никто, я там же был научным руководителем, и я был основателем всего этого, и поэтому, я думаю, никого не вызывает сомнений, что это все принадлежит, это интеллектуальная собственность создана там, принадлежит мне. И я хотел бы, наверное, зачитать, скорее всего, что такое интеллектуальная собственность, ну, некое определение, чтобы было понятно, а что такое вообще интеллектуальная собственность. Это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность является главной основополагающей ценностью любой инновационной компании. Ну, естественно, и вот Центра Звездный мир, моей первой компании, создающей высокотехнологичный продукт или услугу. Она может быть оценена и передана другому человеку или компании на возмездной или безвозмездной основе, выступать предметом сделки. Процедура передачи сопровождается оформлением специальных правоустанавливающих документов, а не в виде неких устных обещаний или документов на салфетке, как многие думают, написанных во время совместного ужина в ресторане. Вот салфетка написал, и все, передал. Так это не делается. И вот многие так воспринимают вот мою работу с партнерами, с инвесторами, с теми, кто ну, в сучасном пути. Было много разговоров, было много переговоров, много было обещаний с обеих сторон. Естественно, инвестор там, или партнер стратегический обещал мне там, вложить 5 миллионов. Я ему обещал, да, тогда ты будешь владеть там, я не знаю, 10 или там, 20 или 50% индивидуальной собственности. Но их надо было передать эту тему собственность. Не на салфетке, а надлежащими документами. И тем более, что инвестор не инвестировал. То есть всегда есть две стороны. И поэтому сказать, что за все время вот, работы над струнными технологиями ни разу, никогда не было правоустанавливающих документов по передаче моей человеческой собственности кому-либо. Не было такого. Так? И вот когда Союз развалился, то это уже все, что я делал, оказалось никому не нужно. И я стал искать партнеров. Ну, естественно, я там тоже стал выживать. Тем более, что Центр Звездный мир у меня отняли и его закрыли. Потом даже создавал коммерческие компании. Могу сказать, что вот одна из моих компаний, у нее даже был, у нас был даже валютный магазин. До этого были «Березки». А потом разрешили еще и другие магазины открывать, где можно торговать валютой. Так вот, второй магазин в Гомеле валютный был у меня. Был даже, были производства, например, цех, где мы выпускали керамическую посуду, это в Мозыре мы создали. В эти же годы, после развала, я стал фермером и в Мозырском районе создал фермерское хозяйство и тоже... Я там планировал тоже построить опытный участок, и поэтому я в том числе земли для этого взял. Так, и тоже там каким-то образом зарабатывал, даже вот грибы собирали. Я сдавал в год где-то порядка 10 тонн лисичек за валюту в Германию. Тоже как-то зарабатывал. Ну, я это делал для того, чтобы выжить, так скажем. И, ну, нельзя же просто сидеть без дела, да? А заниматься тем, что не дает возможности даже заработать на кусок хлеба, тоже ну, нельзя. Есть семья, есть дети. Так. Их тоже надо кормить. И поэтому я искал партнера, и он нашелся. Это был Александр Капитонов из города Гомеля, бизнесмен. Он мне нашел меня сам, позвонил и говорит, надо встретиться, я хочу вот финансировать струнные технологии, хочу быть вашим партнером. Александр Капитонов, бизнесмен,
В прессе получил известность как глава преступной группировки по кличке Капитошка. Утверждается, что его банда с 2005 по 2008 год совершила несколько рейдерских атак на разные предприятия Украины, такие как Веста, Кременчугский сталелитейный завод, Управление земресурсов Киева Святошинского района и другие. В своих акциях Капитонов использовал до 400 наемников. Является создателем монорельсовой системы Capway, прототип которой был построен в Гостомеле, Украина, в 2004 году. Мы встретились, создали, договорились об условиях, подписали инвестиционное соглашение. И создали ряд компаний, ну, где было, естественно, обязаться двух сторон. Капитонов обязался вложить, насколько я помню, $1 миллион. Это нормальные деньги по тем временам. Но я обязался включить его, ну, в совместную компанию, им дать долю. Не отдать права авторские, они не могут передать никому. А доля в компании – это совсем другое. Где будет использована моя интеллектуальная собственность. И мы создали ряд компаний. И в Белоруссии, и в Германии, новая транспорт-линия ГМБХ в Хертоне. Это тогда, там было торговое представительство Белоруссии в Хертоне, поэтому на Хертон. Так. Но, к сожалению, Капитонов с самого начала стал меня обманывать. Хотя мы договорились с ним 50 на 50, но и компанию создавал, вводил своих там и друзей, и прочее. Так, и уменьшал мою долю, и не финансировал разработку и работу, не финансировал никак, да. А в Германии там вообще он поехал туда один, создал компанию один, а потом приезжает и говорит, ну, могу дать тебе 31%. Больше никому не дают, больше 10% они никому не дают. Так что радуйся, что у тебя есть и 31%. А потом в течение 3 лет мы с ним работали, ну как, я работал один об этой программе, даже не имея зарплаты, потому что он ее не платил. 36 месяцев, это 3 года, он даже не платил зарплату, по $1000 в месяц мы тогда договорились. И все равно я работал, что, ну и были определенные обязательства, но потом, когда я за свои же деньги, опять же, издал монографию «Струны транспортной системы на Земле и в космосе» небольшим тиражом, там, по-моему, 200 экземпляров, то, что большой тираж, больших денег стоил, больших денег стоил бы. Это написано мною, монография, и по материалам, которые, ну, были созданы в Центре «Звездный мир» во время работы и до работы в «Звездном мире». То есть это то, что я сделал вот за больше, чем 10 лет. И Капитонову это не понравилось. Как-то так Юницкий написал какую-то монографию. А где же Капитонов в авторах? И вообще Капитон должен единственным автором быть. Как это там? Что там, какой-то инженеришка взял и написал. А Капитон уже видел себя вторым Генри Фордом, который создал новую отрасль. Он, вот оно, богатство-то все, да? А тут Юницкий это монографию издает. Ну, он приглашает своих бандитов там, партнеров. Это же были 90-е годы, лихие. И говорит им, ребята, отнимите все это, займите все это, тираж этот и уничтожьте. И только несколько экземпляров монографии остались целыми, потом я их сосканировал, и сейчас это там монография первая, но тоже размещена в интернете, потому что известно, что рукописи не горят. Поэтому и она тоже не сгорела. И могу вот тоже некую справочку краткую зачитать. Ну, это может потом и диктор сказать, а могу я. На всех основных этапах работы над струнным транспортом Анатолием Юницким создавались различные юридические лица. И в советское время, и в лихие 90-е, и в 2000-е годы, и на современном этапе. Это позволяло легально взаимодействовать с другими организациями, официально выплачивать зарплату сотрудникам,
привлекать инвестиции, договариваться, партнерство и так далее. И за 30 с лишним лет количество юридических лиц набралось большое, но можно выделить и главные с правовой и финансовой точки зрения. Те компании, которые выступали заказчиками проектно-сельских работ и собственниками их результатов, аккумулировали и распределяли инвестиции и доходы. И их надо будет привести в хронологическом порядке, описать вклад в развитие технологии, причины закрытия, преемственность по отношению с КВ, а также то, сохранить ли у автора технологии инженера Юницкого, у меня, да, какие-либо обязательства перед кем-либо из тех, кто участвовал в работе ушедших в историю предприятий. Поэтому вот эта стопочка документов, это как раз история в основном этих компаний. Их было много, десятки. И, ну, начнем, наверное, по порядку тогда. Ну, первый, как я сказал, это был Центр «Звездный мир», где была очень проделана большая работа наша исследовательская, творческая. И та интеллектуальная собственность, что была создана, она принадлежит мне. И она опубликована потом в монографии «Струнная транспортная система на Земле в космосе». Это научная монография. Далее создавал компания «Юнитран» и «Юниар». Но мы там занимались и исследованием в области струнного транспорта. Ну, то, что в моей части некоторые компании были созданы с кем-то. Например, «Юниар» — это с Орловым. Ну, у него был бизнес, а у меня как раз струнные технологии. И был еще исследовательский центр «Юнитран» создан. И там тоже проводилась основная исследовательская работа по струнному транспорту, как наземному, тогда это были струнные технологии Юницкого, так и по геокосмическому транспорту, это общепланетарное транспортное средство. И даже когда я встречал партнеров и начинал с ним работать, все равно вот эти компании, они существовали, где я был учредителем, и все равно я там продолжал работать и развивать технологии. Струнные технологии, естественно, так. И вот когда моим партнером, это был 1993 год, стал Капитонов, мы вот создали ряд компаний, в том числе в Хертоне, в том числе в Минске. В Минске называлась «Новая транспортная линия», а в Германии «Новая транспортная линия ГМБХ». И после того, как Капитонов не только вот фактически по поручению был уничтожен, ну, весь тираж моей монографии научной, но я фактически был выдавлен из всех компаний, совместной компании, моя доля там была уменьшена до нуля, то, естественно, зачем мне с ним дальше продолжать работать? Тем более, даже не платил мне зарплату, даже долг по зарплате 36 тысяч долларов тогда. Это по тем временам серьезный день. Я мог жить и работать только потому, что у меня был небольшой параллельный бизнес. Я его не закрывал весь полностью. Да. Были вот эти компании, которые создавал один, и которые, ну, как-то еще там занимались каким-то бизнесом. И капитан даже говорит: зачем тебе зарплата? Да я, это же деньги очень зло. Я лучше тебе потом дом подарю. Ну, короче, ни дома не было, ни зарплаты. Мы с ним расстались. И потом я получил поддержку президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Там тоже была длинная история, потому что когда мы расставались с Капитоновым, то не так все там было гладко, так скажем, потому что у него, ну, он сотрудничал с бандитами, и охрана у него была, это фактически бандиты. И когда перед расставанием мы встретились с ним, он сказал: ну все, передавай все мне. А нет, вот тебя утопят в ближайшем пруду, камень на шею, только круги по воде пойдут. Я понял, что это реальная угроза. Я просто взял и уехал в Москву. Перед этим я написал заявление в КГБ Белоруссии.
и написал завещание. Это было, наверное, единственное завещание, которое, ну, я таким образом пытался защитить свою собственность. Я понимал, что капитану можно все действительно забрать, переписать на себя, и меня даже никто не вспомнит. И поэтому я написал завещание, которое отправил Совет Безопасности Республики Беларусь, где было написано: в случае моей смерти всю интеллектуальную собственность я передаю Республике Беларусь. Поэтому, если кто-то может претендовать на интеллектуальную собственность, то, наверное, Республика Беларусь, а не какое-то частное лицо. Хотя известно, что завещание можно переписывать. Я потом его переписал, но уже это был 2014 год, когда я создал группу компаний Skyway, уже Skyway под этим брендом. Это несколько компаний в разных странах, и куда я передал интеллектуальную собственность по струнным технологиям. Поэтому, поскольку я туда все передал, я завещание это, естественно, аннулировал. Потому что фактически эта уже интеллектуальная собственность надлежащим образом была передана группе компании Skyway. И была получена поддержка администрации президента. Эта работа с администрацией президента Беларуси проходила где-то, ну, в течение полгода, не меньше. Было несколько встреч, где были оппоненты, это работники Министерства транспорта, ну и дорожных организаций. Естественно, все говорили, что это глупость, чушь, не может быть, и это никому не нужно. Но, тем не менее, мне удалось убедить администрацию президента поддержать. И у президента Беларуси был тогда помощник Капитула, доктор экономических наук. Он написал служебную записку о том, что надо поддержать эту технологию. Струнную технологию. Это та технология, которая может поднять экономику Беларуси на новый уровень, где при небольших вложениях можно создать такую прорывную технологию и продавать ее по всему миру, зарабатывать миллиарды долларов. Это то, что надо вот как раз государству вот такие инновации поддерживать. И Александр Григорьевич дал поручение премьер-министру Беларуси, а тот дал еще четырем министрам белорусского правительства о том, что надо поддержать струнные технологии и зафинансировать завершение НЕУКРа. Правда, в течение года ничего не было сделано, ни рубля не вложили. Я фактически год не работал, только занимался вот продвижением в правительстве струнных технологий и понял, что это бесперспективно, я уехал тогда в Москву. Поэтому эта поддержка зависла в воздухе, но она все равно есть, и она никуда не делась. И там все это зафиксировано, чьи струнные технологии. Там четко сказано, струнный транспорт ЮНЕСКО. Интеллектуальная собственность по струнным технологиям, естественно, принадлежит ЮНЕСКО. И когда мы расстались с Капитоном, это был 1996 год, и потом еще какое-то короткое время я с ним поработал, он сам вышел на меня в 2002 году, когда возникли проблемы с другим, я о нем скажу чуть позже, моим партнером Терехиным, когда он прекратил финансирование, все зависло, у меня уже было больше 100 инженеров и работников НПК Юницкого. И тут обиделся Капитонов, говорит: старик, ну я старше его лет на 20, наверное. Старик, извини, черт попутал, больше такого не повторится, все, извини, все, давай работать, все, у меня в Украине все хорошо, есть деньги, это, давай там струнную дорогу строить. Давай разрабатывать все это, давай снова сотрудничать. Ну, я говорю, ну, давай посмотрим. Хотя, я говорю, ты раз обманул, обманешь, наверное, второй раз. И все через 9 месяцев повторилось. Он потом на одной из встреч сказал: слушай, старик, а зачем ты мне нужен? Пошел-ка ты отсюда подальше. Я и так без тебя все знаю.
Ты же набрал конструкторов, ты же их обучил. Зачем ты мне не нужен? Так вот, когда я ушел второй раз от Капитонова и конструкторы, которых я набрал, это в основном были конструкторы из КБ Антонова, ну, те, кто проектировал и строил самолеты в Киеве, на Украине, то они через полгода отказались от струнных технологий, потому что они не понимают, что такое, они не верят, что это в это, что струна будет так работать, как я говорю. И поэтому была построена совсем другая дорога, не спроектирована, которую Капитон назвал Капвей, путь Капитона. И это было что-то вот разновидность, скорее всего, монорельса, там никаких струн не было. Там вообще какие-то неудачные решения, потому что делали это не профессионалы, не специалисты, специалисты в других областях. Но хотя бы то, что, допустим, колеса были обрезинены. Почему конструкторам показалось, что резина это лучше всего. Наверное, никто в галошах не ходил по мокрому железу. Это как на коньках. Так, и резина, когда дождь идет, она вообще скользит по металлу. И там Капитон, говорят, чуть не разбился, когда пошел дождь, а он там типа ездил на этом своем транспортном средстве, да, со скоростью 20 км/ч. Еле-еле затормозил. И там были, ну, такие убогие решения, что даже вот машину, которую они сделали, а проектировали, изготавливали не в Белоруссии, на Белкоммунмаше, что они не могли сделать задний ход, и поэтому поставили один двигатель, чтобы двигался в одну сторону, а другой двигатель, чтобы в другую сторону. Вот чем это завершилась работа с Капитоном, и как ему что-то там принадлежит, какие права, о чем? Я ему что-то должен, Капитону? Это мне должен. Даже зарплату не платил. И не инвестировал ничего. Я ему ничего не должен. И надо сказать, что ну, многие думают, что, ну, не многие, некоторые, ну, в первую очередь, такие, как Узлов, которые периодически в интернете там выступают и говорят всякие гадости в мой адрес, в том числе по поводу моей титульной собственности, что я якобы там должен, в том числе и Капитонову, что-то, да? И вот я расскажу такую историю, когда пару лет назад я был в Киеве, встречался в том числе с мэром Киева Кличко. И, кстати, интерес у Киева есть к нашим проектам, и администрация города Киева сейчас собирается снова вернуться к этим проектам струнных дорог в столице Украины. И там была встреча еще с главой города Гостомеля, где мы, собственно, строили полигон. Ну, не построили струны, а Капитон построил кафе. И тот мэр Гостомеля, ну, из бывших, может быть, соратников Капитонова, наверное, у них связь до сих пор сохранилась. А я тоже давал визитку. И после вот встреч в Киеве вернулся в Минск, работаю, и вот раздается звонок на моем мобильник. Смотрю, какой-то непонятный номер. Я говорю, да. Привет, я говорю, привет. Что, не узнаешь? Я говорю, нет. Так это же Саша Капитонов. Я говорю, так ты же умер. Я думаю, что он умер. Мне рассказывали, что после того вот всех этих неудач, он потерял все деньги, потом инсульт и умер. Да нет, говорит. Я говорю, а где ты? В местах не столь отдаленных. Я говорю, когда выйду, я тебе еще пригожусь. И потом смотрю, номер-то российский телефон. Значит, он сидит в России где-то в тюрьме, причем большой срок получил. Причем он гражданином стал, он белорус стал гражданином Украины, и почему-то потом его посадили в тюрьму в России, да? Но это было 2 года назад. И что, вы думаете, он какие-то претензии мне там предъявил? Да нет. Он мне говорит, старик, я столько для тебя хорошего сделал. Я говорю, ну, конечно, если ты это утопить, там, убить, отнять и все прочее хорошее. Я говорю, ну, наверное, много сделал для меня хорошего. Я говорю, а что тебе надо-то?
помоги семье. У меня трое детей, вторая жена, и он в тюрьме. Я говорю, ладно, Саша, помогу. Ты все как-то тоже, ну, сработал со мной, какие-то деньги все-таки давал, я как-то жил это время, да? Хотя я говорю, ну, сколько там? Я говорю, помню, когда мы с тобой расставались, когда ты все отнял, то ты сказал, ну, ладно, когда не приползешь ко мне, так и быть, дам тебе пару тысяч долларов. Я говорю, ну, вот пару тысяч долларов в 2002 году, это сейчас где-то примерно 10 тысяч долларов. Ну, ты сам назвал как бы цену, если ну, будет просьба помочь. Поэтому я помог семье, и созвониться с женой Капитонова и отправил 10 тысяч долларов своих личных денег на поддержку семьи Капитонова. Поэтому какие претензии Капитонова ко мне? Нет, нет повода и причин для этого. Это глупости. И я не должен не только не Капитону, а всем остальным своим партнерам. Но я о них тоже расскажу вкратце. То, что на каждом из них можно о работе, с каждым из них можно целый фильм снять. И он будет довольно интересный. С погонями, иногда со стрельбой, с отъемами, с хищениями, похищениями и так далее. Когда я уехал в Москву, я не сказал куда, я даже не сказал семье. Потому что я понимал, что меня найдут. Я на месяц уехал в Москву. Так бандиты приезжали ко мне домой в Гомеле. Жену там доставали. Сына, где Юницкий? Они говорят, ну не знаю мы, где он, как он, в Минске работает, там с Капитоном. Нет, скажите адрес. Месяц там пытались найти, не нашли. Там такая специфическая была работа, потому что, ну, человек, у него даже нет высшего образования. Ну, амбиции есть. И он очень пренебрежительно относился к ученым, к изобретателям, к инженерам, ну, естественно, и ко мне. И часто говорил, вот там наука, вот академики, да достали эти академики, что, кто они такие? Они вот сидят в переходе в метро, у меня деньги просят. Кто они такие? Пошли они подальше, да? Это вот такое отношение. Или я помню, когда уже был интерес, и ко мне, мне пришло письмо к генерал-конструктору из Тайваня, на Тайване заинтересовались эстонным транспортом, в том числе была идея, которую я выдвинул, соединить Тайвань с материком струнной дорогой. Это что же Тайвань, часть Китая? Рано или поздно они все равно воссоединятся. Так? И отправил туда, на Тайвань. И вот пришел запрос с Министерства транспорта Тайваня, что у них есть интерес, и потом говорит, о, смотри, а оно же пришло на адрес офиса. О, у нас уже сейчас деньги скоро будут. У нас уже вон с Тайваня пишут письма. А ты мне тут под ногами путаешься, только мешаешь работать. Так. И вот с этого, собственно, началось. Уже окончательный отъем и выдавливание меня из бизнеса. Так. И поэтому я понимал, что для меня это очень плохо кончится. Там в то время, знаете, убить, взорвать, утопить, это считалось обычным делом. Так, и тем более у партнера отнять что-то, что хочется поиметь. Я вот уехал в Москву. И потом, когда они успокоились, перестали меня искать, и когда я узнал, что уже мое письмо дошло до Совета Безопасности, мое завещание, и мое заявление в КГБ начало работать, потому что к нему даже к Капитонову приезжали из Белоруссии арестовывать, а он три КГБшника с документами на экстрадицию, а он говорит, ребята, спасибо, попейте чайку, я вообще гражданин Украины. Он успел стать гражданином Украины, и те уехали ни с чем. Так? И тогда я сам позвонил Капитонову и сказал, Саша, ну, не смысла меня убивать, успокоился. Поэтому я написал завещание, написал на тебе в КГБ. Ну, если надо поговорить, давай встретимся, поговорим. Он говорит, ну ладно, приезжай в Киев, И я приехал в Киев, и даже жил у него три дня дома.
у Капитонова. И когда я уезжал, он все мне убеждался, говорит, продолжить работу. Я сказал, нет, все равно не получится. И он даже дал мне вот $2000. Потому что денег у него абсолютно не было. Вот поэтому, помню все это, ну, я тоже решил помочь семье Капитонова. Там были еще и другие партнеры. После Капитонова, когда была поддержка уже администрации президента Республики Беларусь, я надеялся, что пойдет и финансирование дальнейшего продвижения технологии. За год ничего не было сделано, никакого финансирования не было, никакой поддержки реально не было. Я уехал в Москву. В Москву жил даже полгода там на вокзале, потому что денег не было, наоборот, залез в долги где-то. Около $40 000 был должен, потому что надо было работать. Ходить по кабинету, писать какие-то отчеты, документы, бумаги, обоснования, привлекать экспертов и так далее, и так далее. И вот тогда уже в Москве, фактически с вокзала, где я жил, белорусского, я вышел на ООН, на центр ООН Хабитат в Москве, на Старчевуса. Он говорит, приезжай ко мне, а я до этого я встречался с ним в Минске, за год до этого там был, на конференции по проблемам второго критического транспортного коридора. Это запад-восток коридор. Коридор – это, критический коридор, это не просто какая-то дорога, это автобан, это железная дорога, это какая-то высокоскоростная составляющая, это линия, это передача, линия связи, это вот и есть коридор. И этот коридор очень важный, который до сих пор, собственно, не реализован. Это Лондон, Париж, Брюссель, Варшава, Минск, Москва, Екатеринбург и дальше на восток. И там был один из министров транспорта с Европы, в том числе министр транспорта России был и министр транспорта Беларуси. Я выступил с докладом «Струнная транспортная система как скоростная составляющая второго критического коридора». Я озвучил бизнес-план, как сделать коридор этот, скоростную составляющую на основе струнных технологий, где был осмечен проект, была показана его рентабельность, производительность, сколько денег надо и так далее, и так далее. И это было, ну, это был 1997 год, это 23 года назад. До сих пор не знают вот вдоль критического коридора, какую скоростную дорогу строить. До сих пор нет решения. А я еще тогда это предлагал. Но поскольку я не получил поддержки в Беларуси, я уехал в Москву, и вот Старчевуз тоже был на этой конференции. Он говорит, ну, тогда мы найдем возможность поддержать по линии ООН. И в течение где-то года, целый год мы готовили документы, чтобы, это очень сложная процедура, чтобы получить грант Организации Объединенных Наций для обеспечения устойчивого развития населенных пунктов. Хабитат – это как раз устойчивое развитие населенных пунктов. И в конце концов мы подписали договор на грант. Он не был очень большим, где-то $100 000 с небольшим. Это маленький грант, но тем не менее он меня тогда спас из струнной технологии, потому что была возможность и вернуть долги, и начать работать, продолжить работу над струнными технологиями. И так и называются эти вот гранты использования струнных транспортных систем для устойчивого развития населенных пунктов, где руководитель, автор, изобретатель, юнист Антоний Эдуардович. Я же был руководителем этих работ. И поэтому, естественно, струнные технологии принадлежат только мне, ну, интеллектуальной собственности, ноу-хау, исключительно права. И это еще раз подтвердил, ну, Хабитат, это центр ООН по населенным пунктам. И потом я еще получил еще один грант, это был уже 2002 год, на продолжение этих работ. Но эти деньги небольшие, и нельзя было проводить там серьезные научно-исследовательские работы, содержать коллективы конструкторов, инженеров. Это же целая отрасль. Струнные технологии – это отрасль. Такая же, как авиационная, такая же, как железнодорожная отрасль, как автомобилестроительная отрасль. И как там можно в одиночку за какие-то гроши
что-то серьезное сделать. Это, я понимал, что это смешно, это нереально. Да? И поэтому я продолжаю искать стратегического партнера. И вот следующим стратегическим партнером стал Терехин Дмитрий Владимирович. Надо сказать, что помог его найти мне Сибиряков, Сергей Сибиряков, так. Он тогда был чиновником Сибиряков. И к нему стекались, он был уровень замминистра в одном из министерств. И он много с многими бизнесменами контактировал и с разработчиками. И он увидел, познакомился со мной, увидел перспективы, и он был знаком с Терехиным. И просто нас познакомил. Дмитрий Терехин – российский предприниматель, инвестор струнного транспорта Юницкого в 2000-2001 годах. Сергей Сибиряков – российский политик-экономист, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования Национального института Высшей школы управления, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса. Я Терехина убедил стать партнером. Это тоже работа была непростая, ушло, наверное, не менее чем полгода на это. И в конце концов мы решили стать партнерами, но соглашение не было подписано. Юристы Терехина не пропускали, то есть мы не могли договориться, а как все-таки сотрудничать. Договорились только об одном, что он инвестирует 5 миллионов долларов в струнные технологии, а не во что-то другое, и получает в компании не в технологиях, не в интеллектуальной собственности, еще раз говорю, это принадлежность автора. А в компании, доля в компании, ну вот 50%. То есть 1% это 100 тысяч долларов. Ну нельзя на интеллектуальную собственность претендовать. Вот если, допустим, взять вот великого русского поэта, как сегодня сказали, наверное, бы он афро-русич Пушкин. Это наше все, действительно выдающийся поэт, да? У него были сложные взаимоотношения с властью, с женой, с другими там партнерами и так далее. И в конце концов он погиб на дуэли. Но никто не претендовал на его права, интеллектуальной собственности, что ты знаешь, ты написал Руслану и Людмилу, так это же, наверное, наша совместная работа. Там же мне должно быть 50%. Ну, вот это смешно. И он потом, после гибели, это все по завещанию перешло наследника. Так и интеллектуальная собственность также. Она переходит по соответствующим документам правоустанавливающим. А не просто по каким-то разговорам, слухам и так далее. Да? Нельзя прийти и отнять квартиру. Сказать, ты знаешь, Юницкий, ты же обещал мне дать квартиру, если я там вложу 100 тысяч долларов в струнные технологии. Я, правда, не вложу 100 тысяч долларов, вообще ни рубля не вложу, но ты же обещал мне дать квартиру. Отдавай квартиру. Вот как подходят партнеры, которые, так называемые партнеры, других у меня не было. Они что-то не понимают. Что такое интеллектуальная собственность, что такое права, что такое обязательства и так далее. Да? И Терехин, ну, не исключение. Он хороший человек, вопросов нет. Но все равно представление, вот это же все бизнесы вышли из 90-х, лихих 90-х, где там на отъемах, на связях каких-то, на взятках, даже иногда на убийствах, да, отнимались там бизнесы, деньги и все остальное. Поэтому тогда Терехин был крутым бизнесменом. Я знаю, что он где-то 30 миллионов долларов зарабатывал в месяц. 30 миллионов долларов. Это очень большие деньги были. Это был 2000 год. Поэтому 5 миллионов долларов для него там были небольшие деньги. Выделить там в течение пару лет вот, на развитие струнных технологий. Мы подписали с ним соглашение. Вернее, не подписали, стали готовить. И вот год, даже больше, выясняли, ну как все это прописать. Но финансировать как-то надо было, и по устным договоренностям Терехин предложил схему, я согласился, давайте, пока мы будем подписывать и согласовывать, все равно же работать надо, двигаться надо вперед. Поэтому давай я буду
оформлять инвестиции как займ. Это была схема легальная в то время, да она и сейчас где-то еще применяется, когда изобретателю якобы в виде займа, хотя это не займ, даются деньги, инвестиции на работу. И потом, да, я подписал на 1,5 миллиона долларов займов. Вот я не брал эти деньги. Это деньги ушли на работу. Не мне, а на работу коллектива, где было 100 инженеров. На строительство стендов в озерах и так далее. А мне уходила только зарплата. По тем временам она была не такая большая, 1500 долларов. Зарплата была. Но потом, когда у Терехина пошли, ну, дела не очень хорошо, и когда он тогда работал с «Газпромом», и, собственно, там он зарабатывал, и как-то там дела расстроились с «Газпромом», он перестал финансировать. И вообще мы где-то были, ну, 3 месяца сидели даже без зарплаты. Все сотрудники, в том числе и я. И тут объявился Капитонов и предложил, вот, давай снова работать. И тут безвыходное было положение, я с ним согласился. И от Терехина ничего не было. И поэтому я Капитону объяснил, что я работаю сейчас с Терехиным, он мой стратегический партнер. Поэтому я готов, значит, с тобой работать, если ты выкупишь долю, ну, в нашей компании, которую еще Терехин мы не вошел в нее, она была ли моя 100% компания. НПК Юницкого, научно-производственная компания Юницкого, я на 100% был единственным учредителем. Я должен вступить был 50% Терехину по мере того, как он финансирует, ну, 100 тысяч долларов, это 1%. Я говорю, вот выкупаю эту долю, договариваюсь с Терехиным. В конце концов, они ни о чем не договорились, хотя приезжал Капитонов несколько раз к Терехину, еще жаловался на него. Вот я вот жду, а он 15 минут, 20, а он не приходит. Да пошел он. Ну, есть такое Дмитрия Владимировича качество. Я, помню, сидел в его кабинете по 5-6 часов, как примерно Мао Цзэдун у Сталина, чтобы просто встретиться и сказать, ну, надо же финансировать. Мы же работу ведем, а денег нет. Вот только для этого, чтобы встретиться, да? Ну, короче, они договорились, и я уехал в Киев, стал работать с Капитоном. И часть техники спасли, потому что за долги по арендной плате все было арестовано в офисе, которым, ну, где мы работали. И потом я узнал, что, ну, это было, наверное, поручение все-таки Дмитрия Владимировича, потому что в разговоре я уже, когда был в Киеве, у нас был разговор с Терехиным, он говорит, ну, вообще-то все мое, струнных технологий, как понять все ваше. Ну, как, 100% компания пока Юницкого у меня. Я говорю, как, я не подписывал эти документы на 100%. Ну, как, говорит, да у меня тут подпись. И потом я узнал, что сделали юристы Терехина. То есть мы год согласовывали договор лицензионный. И в конце концов согласовали, где уже было прописано, там страниц, наверное, 10, этот договор. И там условия передачи, в том числе эти 50% за 5 миллионов долларов. И этот экземпляр договора, ну, в двух экземплярах, естественно, я своей подписью передал юристам Терехина. Что они сделали? Они взяли один экземпляр договора и второй экземпляр договора. Они же идентичные, это же на компьютере все отпечатано, на принтере, это на машинке. Еще видно, что это второй экземпляр, это первый. Они одинаковые. И они поставили здесь одну дату, здесь другую дату. Здесь поставили один номер, а здесь другой номер. Сказали, видите, у нас два договора лицензионных. По одному Юницкий передал 50% и по второму 50%. Компания наша. Я говорю, ладно, хорошо, ваша компания. Но этой компании ничего нет. Там нет меня, нет моей титульной собственности. Там нет даже инженеров. То, что им зарплата не платилась, и они все ушли. Она пустышка. Ну, не понимал. Да?
и пытался что-то делать. И даже привлек для этого Дубатовку, который работал у меня, он пока сначала начальник отдела, потом зам по проектированию, Игорь Дубатовка. Даже Дубатовку привлек, давай, говорит, вот ты это сможешь там струнные технологии подвигать. Ну, у него тоже в Дубатовке ничего не получилось, но желание что-то поиметь у него осталось. И он потом еще проявился в Дубатовке чуть позже, уже в Австралии. Так. Игорь Дубатовка. В 2001-2002 годах начальник конструкторского отдела путевая структура в компании Анатолия Юницкого. В 2010-2011 глава представительства в Минске частной австралийской компании Юницкого STU Pty Limited. В дальнейшем партнер Виктора Узлова, собственник, директор, главный конструктор и главный инженер проектов в научно-проектном предприятии Monoracus. И у нас идти по порядку, то у нас, значит, партнерство распалось с Терехиным. Это уже был, получается, второй партнер. Кстати, опять же, тоже вот Узлов говорит, что я и Терехину что-то там должен. Что-то там не это. Но это не передал, не отдал, не продал, там, не знаю, это не так. Это говорит хотя бы о том, что мы с Терехиным возобновили отношения, но они не как партнерские, а как дружеские, так сказать. Потому что мы расстались в 2003 году, а в 2018, через 15 лет, я решил увековечить память тех, кто вложил серьезные деньги в развитие струнных технологий, пусковые. И тому, кто вложил больше миллиона, я решил поставить скульптурную группу бронзовую во весь рост. Вот там вот видно, наверное, аллея почета инвесторов СКВ. Ну, а Терехин все-таки, пусть и бездарно, через своих там помощников, не всегда честных и порядочных и так далее, вкладывал и не совсем так, как надо было, и не в таком объеме, как надо, но все равно деньги-то он потратил, 1,5 миллиона долларов. Потом ему позвонил через 15 лет и говорю: Дмитрий Владимирович, пришли мне фотографии во весь рост, анфас, профиль, походи там, ролик, мы, сними. И он прислал все, и вот через некоторое время появилась задумчивая фигура Дмитрия Владимировича, как инвестора, который вложил 1,5 миллиона долларов в струнные технологии. Никаких претензий с его стороны на какую-то там индивидуальную собственность нет. Нет, не было. Вот у меня есть, но я их не выдвигаю. Ну так нельзя работать с партнером. Не надо нарушать свои обязательства, не надо подделывать документы и так далее. Но все равно у меня нет каких-то обид и так далее. Это почему-то у других на меня, вот у некоторых возникают на ровном месте, да? Причем они больше основаны на слухах, чем на реальности. И это было, значит, да, в 2002 мы расстались с Терехиным. Я начал работать с Капитоновым. Это буквально меньше года, там, за 9 месяцев Капитонову все стало ясно, он сказал: до свидания. Так, а до этого у меня еще был один партнер, это когда уже перестал финансировать Терехин, а мы начали строить полигон в Озерах, это в Подмосковье. Это 101 километр, это куда раньше там отсылали всяких бомжей, пьяниц и так далее за 101 километр. И в частности, когда Олимпиада была в 1980 году, вот за этим 101 километром мы и начали строить, потому что только там нам землю дали, первый полигон испытательный, первый тестовый участок, это скорее как стенд струнных дорог, где имитатором подвижного состава Юнибуса был ЗИЛ-131. И когда у Терехина уже закончили деньги, он перестал финансировать, и поэтому я понимал, что надо достроить.
И хотя у меня были хорошие отношения с Громовым, он тогда был губернатором Московской области, но Московская область не давала ни рубля. И тут я познакомился с Лебедем Александром Ивановичем, это, он был тогда губернатором Красноярского края, генерал Лебедь, это известная личность. И нас, опять же, познакомил Серебряков. Александр Лебедь – советский и российский государственный военный деятель, военачальник, генерал-лейтенант, губернатор Красноярского края в 1998-2002 годах, секретарь Совета безопасности Российской Федерации в 1996 году. В самолете он познакомился с Лебедем, потом вывел на меня, и мы с ним познакомились. И вот моим партнером стал Лебедь Александр Иванович. Вот ему сказать, что из всех, наверное, десятка партнеров, вот это был настоящий партнер. Человек слова, умный и решительный, решил, сделал, сказал, сделал. И когда он увидел действующую модель, 1:10 масштаб, она стояла в парке Коломенском, надо сказать, что Серебряков умеет убеждать. Он рассказывал, ну это со слов Серебрякова, что когда он сел в самолет, а он как чиновник был на какой-то там встрече в Красноярске, и сел в самолет, чтобы лететь в Москву обратно, он увидел, что первый класс, бизнес-класс сел Левин, губернатор. И он дал там несколько сот долларов стюардессе, чтобы та посадила его рядом с Левином. С одного кресла присадила вот, с эконом-класса, бизнес-класс. И она посадила его за Лебедем, тоже сразу Александр Иванович, вот тут вот, вот, технология такая, вот, она нужна России. Тут, слушай, говорит, молодой человек, говорит, я так устал. Дай немножко посплю, а потом мы вернемся к этому разговору. Но поспал часа три, потом, говорит, Серебряков, ну рассказывай, что ты. Ну, Серебряков так рассказал, наверное, с интересом, так и обрисовал перспективу и будущее, что Лебедь с аэропорта поехал не в администрацию президента России, Путина, а говорит, а где можно увидеть это? А Серега говорит, ну вот в парке Коломенском стоит действующая модель. А она длиной 100 метров, трасса, и там где-то вот такой вот, чуть больше метра, двухкорпусная действующая модель Юнибуса. И с этой моделью своей истории я поставил туда осенью еще модель, когда еще не было снега, и администрация парка Коломенского сказала, что ну, не надо, чтобы слишком долго стояло, потом да, уберите. И когда надо было убирать модель, в это время я сломал ногу. Двойной перелом, это были как, вот, крещенские морозы, самые такие холода были в Москве. Попал в больницу. И модели, ну, не убрал действующую модель. И она стала стоять в парке Коломенском, они даже хотели там ее или как-то снести, или это, потому что она им мешала. Ну, 100 метров уже длина, все-таки. И вот Серебряков говорит, да есть, вот, можно посмотреть. Усадьба Коломенская известна тем, что здесь молодой царь Петр I изобретал, строил, испытывал диковинные технические новинки. Нынешнее поколение россиян уверенно идет по его стопам, придумывает не менее интересные вещи. По утрам в парке музея обычно можно встретить молодых мам с колясками и школьников, прогуливающих уроки. Они недоумевают. Взрослые дяди на их глазах рассаживают куклы в игрушечные вагончики и отправляют состав в путь. Это команда изобретателей Юницкого. В очередной раз экспериментирует с макетом дороги, равной которой в мире нет. Сам конструктор появляется на полигоне на костылях. Видимо, пострадал, когда катался на макете в натуральную величину. Скрепленные между собой кабинки, два тонких рельса и электротяга – вот из чего состоит изобретение – струнная транспортная система. Идея эта пришла ко мне в голову около 20 лет назад, совершенно неожиданно, когда я работал над одной из программ «Не ракеты, сегодня космос». У меня есть программа, как без использования ракеты выйти в космос. Но это очень грандиозный проект, там нужно эстакаду строить вокруг планеты. Уже на закате эры перестройки Анатолию Эдуардовичу в высоких кабинетах объяснили, что задача построить эстакаду вокруг планеты была бы хороша в увязке с задачей построения коммунизма. А это пока СССР не грозит. А потому надо зарабатывать, как говорится, положить идею на рельсы.
что Юницкий немедленно и сделал, в буквальном смысле. В прошлые выходные макет изучали послы из стран Африки. Сегодня очередь филиппинского посла. Его первый вопрос к конструктору. Почему в вагоне нет ремней безопасности и куклы не пристегнуты? Они могут быть, но они, в принципе, не нужны. Это очень безопасный транспорт будет, они здесь не нужны. Посла, похоже, этот ответ не удовлетворил. Но и доверчивому дипломату тут же объяснили. На скорости до 60 км в час ничего плохого случиться не может. Даже машинист не предусмотрен. Нужен лишь оператор, регулирующий движение. Можно наладить грузовые перевозки, перевозить нефть в цистернах, а не строить нефтепроводы. Вопрос телекомпании «Мир». Господин посол, а вы бы рискнули стать первым пассажиром экспериментального поезда? Пожалуй, не первым, но вторым уж точно. Вместе с автором идеи, конечно. Посол уезжал в хорошем настроении. Ему понравилась дешевизна проекта. В Москве сейчас планируют построить первую трассу в Мановесовой дороге. Вот в печати уже звучат цифры, что она будет относительно дорогой. 12-14 миллионов долларов за километр. Раз это дешево. От миллион долларов за километр, это дешево. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Только вот сначала чуть-чуть потренируются на иностранцев. Артем Высоцкий, Александр Челиков. Новости Содружества. Москва. Девять поехал сразу туда. Снег, мороз. Потом Серебряков рассказывал, что он смотрит, смотрит, потом бах, падает на колени в снег. Все в шоке. Лебедь вот в длинном плаще кожаном на колени вдруг. Что случилось? А лебедь просто стало интересно. А там трасса идет вот со спуском. И здесь вот стало небольшое. Он просто опустился на колени, чтобы снизу посмотреть, и он думал, что магнитная подушка. А, говорит, колеса, ну понятно. Да, Россия это, говорит, надо. Сколько денег надо, спрашивает себе. Если бы он меня спросил, я бы, конечно, дал бы развернутый ответ. А тут, глядя в подушку, 300 тысяч долларов. Хорошо, готовьте документы. И лебедь зафинансировал окончание работ в озерах. Со своего личного фонда, фонда губернатора. Это его личный день. Так. И он планы строил. Он, а у меня уже было предложение построить скоростную дорогу в сторону Красноярск-Норильск. Норильск это же Красноярский край. Кстати, там сейчас недавно разлив нефти был. Гнил солярки, там очень серьезные проблемы сейчас с экологией в районе Норильска, так? Чтобы отменить вахту, вот эту вот работу, отменить северные завозы. Да если есть дорога, какие проблемы? Тем более скоростная. Несколько часов пути, и ты там. Живи на юге, а работай на севере. Да? И он даже об этом рассказывал президенту России, Путину. Как на одном из приемов было у него, и говорит, вот я знаю, как решить проблемы северного завоза. А Путин спрашивает, а как? Ну, это со слова опять же лебедя, Александр Иванович. А как? А он говорит, ну, струны натягивают над тайгой. Поэтому Владимир Владимирович знает о струнах. От лебедя еще. Это, наверное, 2002 год. А вот весной 2003-го лебедь погиб в авиационной катастрофе, поэтому те планы, те проекты, которые были и в работе, и он поддерживал активно, и если бы он был жив, они были бы реализованы, но они канули в лету, как говорится. Так? И даже вот работа с лебедем показала, вот когда человек умный, грамотный и так далее, у него не было претензий, какой-то индивидуальной собственности. Какие-то права. Ему надо было, чтобы в России это работало. И даже в договоре с администрацией Красноярского края написано, что вся собственность институциональная принадлежит разработчику. Там прямо так написано. А не лебедю, Красноярскому краю и так далее. Это было прописано в договоре с ними. И тогда у меня был, он же работал
региональный общественный фонд содействия развитию линейной транспортной системы. Я так назвал фонд, потому что первый патент я его подавал, когда работал с Капитоном. Он так и назывался. Линейная транспортная система. То вот деньги, ведь нельзя просто взять и изобретать вот эти деньги. Поэтому деньги пришли на расчетный счет этого фонда. Я как президент фонда подписал соглашение с администрацией Красноярского края. Поэтому со стороны администрации Красноярского края нет тоже никаких претензий к интеллектуальной собственности и к авторству струнных технологий. Далее наступили тяжелые времена, но они много раз возникали эти тяжелые времена, и вот, возвращаясь назад мысленно, я думаю, спасибо, что это было. Слава Богу, что это было, это заставляло работать, заставляло двигаться вперед. Я не верю, что можно 33 года прижать на печи, как Илья Муромец, а потом встать, расправить плечи и пойти всех победить, это полный бред. И поэтому я думаю, ну слава Богу, что эти проблемы были. И вот возникли опять проблемы. Когда мы уже, ну, я расстался и с Терехиным, потом с Капитоном. Денег нет, работать надо, долгов куча. И тут уже моя жена, Надежда Геннадьевна, ну, говорит, я тогда продаю свое имущество. И продала домики, ну, это небольшие гостиницы, которые были у нее в Крыму, это в ее собственности были. И на современные деньги, это где-то, это больше миллиона долларов. И вот за эти деньги фактически велись работы по струнным технологиям где-то с 2003 года по 2008 год, когда я встретил, да, Полонского. А вот долгих 5 лет фактически инвесторам и тот, кто финансировал эти работы, была моя жена. И, кстати, она не претендует на титульную собственность, хотя она инвестировала вот больше миллиона долларов. Да? Она на другого претендует, естественно, чтобы то, что я делаю, перешло в наследство нашим детям. Вот это естественно. Как любая мать или как любая жена. Вот это да, это должно быть. А не каким-то там непонятным партнерам, у которых нет никаких прав на все это. И денег, это я, понятно, мы растягивали, поэтому консультантское бюро сделали свою квартиру в Московской. В одной комнате был офис, в другой комнате жил главный дизайнер, он из Минска сам был, Жаркевич. А в третьей комнате, в другой комнате квартиры уже жили мы. Я, жена и старшая дочь Настя, Анастасия. И так мы работали где-то 5 лет. Пока не стоял Полонского, но в промежутке еще у меня был один партнер, ну он так особо не состоялся, но тем не менее эту историю надо рассказать, наверное. Это был еще один олигарх российский, Лебедев Александр Евгеньевич. Александр Лебедев. Российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «Национальная резервная корпорация». Бывший депутат Государственной Думы. Депутат Слободской районной думы с 2011 по 2014 год. Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный владелец газеты Evening Standard. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты». Как он сам говорил иногда, что он с одного гнезда и с Путиным, но тоже вышел откуда-то или из ГРУ, или откуда-то оттуда, с разведки. И он сам, кстати, мне позвонил, где-то прочитал информацию, говорит, ой, интересная технология, я готов стать партнером, провели переговоры. И в это время у него был Национальный резервный банк, группа компаний, по-моему, под таким же названием, он миллиардер.
И как-то звонит, говорит, вот там будет сейчас форум российско-азербайджанский в Баку. Там будет Путин, Алиев. Потом поехали туда, вот на этот форум. Бери модель. Я говорю, ну как модель, она же тяжелая, большая. 150 килограмм, она там 6-метровой длины, но складная там. Говорит, да ничего, там на моем самолете полетим. И мы из Внуково полетели вот на его самолете, Ту-154. Там было 6 пассажиров. Ну, включая меня, и я взял главного дизайнера с собой, Жаркевича тогда. И мы общались очень долго, когда летели туда, и он еще больше загорелся, увидел перспективы, прилетели туда, а он в это время еще, многие увлекались тогда доступным домостроением, ну, дешевый дом, чтобы каждый мог купить, который быстро возводимый и так далее. И он привез туда, ну, фурами дом, который смонтировали за 2 дня. И он функционировал, даже были сети подключены и канализация. Я помню эту историю, когда встреча с Путиным. Он говорит, да, Путин нас поддержит, все будет хорошо, тем более сейчас и Алиев нас поддержит. И вот там какой-то выставочный комплекс, и мы на улице, там дом стоит деревянный, двухэтажный, и модель стоит 6-метровая струнная дорога. А он взял еще с собой президента банка, Национального резервного банка. И, кстати, тут был случай, который говорит, что ну нельзя вот плохо работать, вот нельзя оставлять недоделки. Это мелочи, они очень важны. И что произошло? Вот, кстати, стоит красивый дом двухэтажный, стоит красивая модель. Вот здесь будет дорога есть, по которой поедет Путин и Алиев. И они зашли в дом, чтобы посмотреть на него, и когда выходили, президент банка в своем дорогущем пальто, ну вот, демисезонно, зацепился за гвоздь. Вот такой гвоздь торчал из стены на улице. Вот забит в стену, вот такой гвоздь. И он вырвал кулак рукава. Представляете, вот. А тут уже машина Путина показалась. Что делать? И он стоит вот так, держит лоскут и типа кланяется. Типа. И вот Владимир Владимирович приезжает, узнал, наверное, Лебедева. Ну, меня там не знают, естественно. Приоткрыл окошечко в своем лимузине, проводил взглядом нас, и окошечко закрыл. Вот вся была встреча с президентом России. Так? И когда мы приехали оттуда, с Баку, мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве. И Лебедев взялся зафинансировать в объеме 5 миллионов долларов на Хабаровский проект. А в это время я активно работал в Хабаровске, в Ханты-Мансийске, в Ставрополе. Ну, искал заказы. И меня поддержал, в частности, мэр Хабаровска Соколов, ну и вся администрация города Хабаровск. И планировалось построить первую трассу по проспекту там, длиной где-то около 3 километров, и потом можно продлить, даже пересечь Амур одним пролетом больше 2 километров, там очень широкий Амур, и освоить другую сторону реки, по-моему, да, правый берег освоить, а потому что Хабаровск на одном берегу Амура, а другой берег не освоен. И чтобы реализовать проект, была проделана большая работа мною, чтобы привлечь деньги ООН. В частности, получить грант в размере 5 миллионов долларов на этот Хабаровский проект. И надо сказать, что была проделана очень большая работа. И в том числе в Государственной Думе России, где она поддержала, и есть решение в поддержку. Потом поддержку Министерства ресурсов. По-моему, там Трутнев был, там, тоже было получено. Потому что там надо было сделать определенные шаги, чтобы получить этот грант. И уже фактически на 90% вот получения гранта 5 миллионов долларов на этот первый проект, эта работа была проделана.
Но когда мы подписали договор о партнерстве, и Лебедев поручил своим замам, помам там, своей администрации, своей корпорации сотрудничать со мной, им это не понравилось. Они собрались уже без Лебедева. И между собой говорят, ну слушай, какие струны? Какой струнный транс? Что за бред? Юницкий какой-то своим. Что мы не знаем, куда применить 5 миллионов долларов? Зачем туда инвестировать? Это глупость. Что делать? И один из них говорит, слушайте, а у меня есть знакомый в МИИТе. Это вот, ну, Центральный железнодорожный институт в России, да? МИИТ. Пойдем туда и попросим написать отрицательное заключение. Пусть назовут его сельская работа. Пришли туда, это уже потом знаю со слов Лебедева. Заплатили 20 тысяч долларов наличными. И заказали так называемое заказное экспертное заключение. Вот откуда появилось известное заключение МИИТа, где я выставлен идиотом, где струнная система – это американская горка, это лежачий полицейский, где пассажиры будут летать по юнибусу, стукаться головой в потолок, то, что там ускорение будет 5G, и много-много другой чуши было написано. Безграмотно, абсолютно безграмотно, да? Без изучения материалов, без понимания вообще, что такое струнная система, потому что это была заказуха. Которая, ну да, стоит определенные деньги, да, 20 тысяч долларов. И потом приносит это заключение, показывает Лебедеву, говорит, смотри, куда ты, Александр Евгеньевич, куда ты вообще втюхался, посмотри. Это ж полный бред, ты что, сумасшедший, что ли? Давай разрывай соглашение о стратегическом партнерстве. Ну, тут позвонит, говорит, ну, сейчас курьер приедет, привезет документы о расторжении. Ну, ладно, пусть приезжает. Приехал курьер, я подписал на их. И потом я на это заключение написал свое заключение, где я выставил идиотами как раз МИИТ, потому что там такой безграмотности я больше в жизни не встречал. Хотя там подписи академиков, докторов наук. Там просто безграмотности. Даже русского языка не знаю толком. Я нашел больше 100 ошибок грамматических на 20 страницах текста. Причем группы, да? А не говорю уже о математике, там, физике, знания, сопромата, там вообще нулевое, да? Наверное, какой-то студент готовил, а потом все остальные подписали. Так? Скорее всего, так было. Я написал свое заключение, которое уже было в объем в два, даже в три раза больше. Я все объяснил. И их высмеял и написал письмо министру транспорта России, там Левитин тогда был. И, естественно, копию Лебедева и МИИТ написал. Где я даже в письме, такое, там была такая фраза, что когда я изучил заключение МИИТа, у меня сложилось впечатление, что это несерьезный вуз, где обучают инженеров, а интернат для умственно отсталых детей. И даже потом приклеил МИИТу, некоторые несколько лет у них такая была, ну, ярлык, если набираешь в интернете интернат для умственно отсталых детей, то первым выскакивал МИИТ. Ну, было такое. Так? Короче, расстались мы с Лебедевым. Потом, когда он получил вот мое заключение, на заключение МИИТа, он позвонил, говорит, давай встретимся, давай еще поговорим. А он тогда был депутатом Думы и возглавлял то ли комитет какой-то, то ли был зам, представитель комитета, не помню. Но я помню, что у него был кабинет отдельный, и когда я зашел в кабинет, то там висит огромная картина, где Лебедев такой сидит красивый и так далее, и тут перед ним какой-то маленький такой, это, в кепке. Я со спины понял, что это Лужков, ну. Типа какой-то проситель пришел к нему, а это Лужков, мэр. А они тогда конфликтовали между собой. И Лебедев даже баллотировался на мэры. И против него была определенная работа проделана, чтобы он не стал мэром Москвы.
И после этого у него начинали отнимать бизнесы. И он фактически растерял все эти бизнесы, да. И мне рассказывали, что недавно, где-то в прошлом году, где-то в Крыму, на какой-то встрече с ним, а он там что тоже сейчас делает, то ли курорт какой-то делает, то не знаю, ну, где-то там работа. Когда предложили построить сторону дорогу, он говорит: слушай, так я же Юницкого знаю, а же мой партнер. И без всяких там каких-то там претензий или это, какие претензии могут быть с него стороны? Тем более на индивидуальную собственность. Так? А то у меня есть претензии. Но я тоже, а что их предъявлять? Ну, было и было. Ни рубля не дали, время отняли, проблем создали. Ну, зато я продвинулся вперед. Научился, обучился. Это школа. Спасибо. И этому партнеру. Так? И когда СМИ, там, вот я написал такое письмо, то там были какие-то разборки серьезные. Знаю, что кому-то даже плохо из тех, кто подписантов, кто подписывал, там даже кого-то с инфарктом увозили в больницу, кого-то там уволили и прочее. Но, естественно, у МИИТа какая-то обида и на меня осталась, что как-то так я их опозорил, да? Хотя на самом деле я тут ни при чем, это не меня сначала это сделали, да? И несколько лет они, опять же, плохо писали о струнной системе. Пока через, когда мы уже стали работать в Белоруссии, вот стали в технопарке в Мариной Горке строить, вот тогда я пригласил одного из тех, кто подписал. Но он более-менее нормальный был, так скажем, ученый. Ну, у него, по-моему, он доктор наук. Старенький, правда, такой, очень старенький, так? Который приехал, посмотрел, говорит: так что же вы хотели? Мы же не думали, что вы вот так будете строить. Я говорю: как вы думали? У вас какие-то тут сёдла, у вас какие-то там струны, оказывается, в рельсе, оказывается, у вас такие вот опоры. Откуда я знал? Я думал, что просто волочка натянута, канатик, и по нему едет. Я говорю: ну что вы, как вы можете это заключение давать на технологию, даже не изучив, даже не посмотрев, что это такое? Я глубоко убежден, что струнный транспорт в ближайшие десятилетия станет массовым явлением во многих странах мира и внесет огромный вклад в развитие и обеспечение безопасности нашей цивилизации. Такое убеждение у вас возникло от увиденного? Да, от увиденного сегодня. Потому что, занимаясь около 30 лет канатными висячими системами и мостами, которые эксплуатируются и сейчас, не просто было бы так сделать такие выводы на основании недостатка информации. Сегодня отлажено и продумано, и даже реализовано пока в опытном порядке техническое решение струнной транспортной системы для нескольких вариантов перемещаемых грузов при различных пролетах опор. Думаю, что любой из вариантов, четырех вариантов, которые сегодня я увидел на полигоне, будет внедрен и не только в Республике Беларусь, но гораздо в больших масштабах и в Российской Федерации, ну и, наверное, во многих других регионах мира. А до того, как увидели, был ли скепсис какой-то? Был скепсис, потому что я не видел технического решения надопорной зоны кабеля. Я о нем не знал. И не знал о решении скрыть сам напряженный кабель внутрь оболочки стальной. А сегодня я увидел этот прогресс инновационный, и он ставит все на место. То есть струнному транспорту быть, вы считаете? Струнному транспорту быть непременно. А простите за, может быть, такой специфический вопрос, но известно нам, что МИИТ в свое время проводил экспертизу струнного транспорта, и она была отрицательной. Да, я был участником, потому что на то время не было вот этого решения
перехода через пилоны мостов. И это, пожалуй, одно из самых таких тонкостей, которые я сомневался. И кроме того, мне казалось, что эти системы не будут производительными и эффективными. Если бы вы сделали экспертизу струнного транспорта сегодня, как вы считаете, какова она была бы? Только положительная, и мы будем сейчас работать над отладкой, отработкой уже подготовленных специальных различных материалов, технических условий для ее реализации и эксплуатации. Спасибо большое. Вот когда он уехал, мы стали опять дружить с МИИТом. И более того, с ректором МИИТа, это очень уважаемый человек, мы подписали соглашение о сотрудничестве, о работе совместной. И подписали не где-нибудь, в салоне Юкара подписали это соглашение о сотрудничестве, вышли с ним, пожали руки и показали. Вот. Да. И поэтому у меня, в принципе, и на МИИТ нет никаких претензий, хотя они много сделали зла, да? Но зато получили мой опыт. И у них на меня нет. Какие у них ко мне претензии? Так? Ну что, идем дальше. И когда мы расстались с Лебедевым, так, работали уже фактически финансирование, и Лебедев не дал ни рубля. Они дали только МИИТу, вот, 20 тысяч долларов на заключение отрицательно. Работали за счет вот инвестиций со стороны моей жены. Я продолжал искать стратегического партнера, и он нашелся. Это был Полонский, Сергей Юрьевич Полонский. В то время долларовый миллиардер, молодой олигарх. Ему было там лет 35-36. Амбициозный очень. Сергей Полонский, российский предприниматель, в 2004-2011 годах владелец и руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний Mirex Group. До мирового финансового кризиса 2008 года являлся одним из богатейших людей России. И он загорелся, а он возглавлял Mirex Group тогда и строил Москва-Сити, в том числе небоскреб Федерации. И говорит, ой, давайте между небоскребами струны проложим. И пусть там ездят юнибусы. И все допытывался. А обязательно вот такие края надо делать, как вы там рисуете. Зачем такие формы? А можно его сделать в форме чемодана? Да можно в форме чемодана, только зачем? Ну, зато прикольно будет. А можно вот в форме там утюга? Я говорю, конечно, можно. А я говорю, зачем? Ну, прикольно. Я говорю, ладно, закажете, заплатите, сделаем в форме этого утюга или чемодана. И в конце концов договорились о сотрудничестве. Это была не одна встреча. И это было тоже очень тяжелое время. И когда мы встретились, то уже финансирование со стороны моей жены Надежды закончилось, а мы продолжали работать, и у меня долгов было тогда уже где-то больше 100 тысяч долларов. И когда, это был 2008 год, да. И когда мы встретились с Полонским, договорились о сотрудничестве, то он говорит, что надо. Я говорю, первый сказал, у меня есть долги, я должен погасить их. Он говорит, хорошо, сколько? Я говорю, я не помню, где-то 120 тысяч долларов. Я говорю, 120 тысяч долларов. Он говорит, ну хорошо, вызывая там секретаршу, говорит, ну сними там со счета своего 120 тысяч долларов и Юницкому передай. И передача через Узлова. Вот тогда я познакомился с Узловым. Я до этого не знал Узлова. Виктор Узлов. Партнер Анатолия Юницкого в 2009-2011 годах. До этого работал вице-президентом Mirex Group Сергея Полонского. В дальнейшем основатель, председатель совета директоров и управляющий директор Ajax Limited. А Узлов тогда пришел
вице-президентом Миросгрупп. Конкурс куда выиграл, вот со слова Злова, я не знаю, вроде там был какой-то конкурс объявлен. А Злов до этого был летчиком и торговал кассеты, видеокассеты в Ульяновске. Именно ему Полонский поручил сопровождать проект и более того отправил его по Европам и Америкам, чтобы он посмотрел, что в мире творится в области инновационного транспорта. Поэтому, насколько я знал, Злов съездил и в Германию, посмотрел в Упертале этот первую монорельсовую дорогу. Где-то был в Америке, вот в Лас-Вегасе, там тоже есть монорельсовая дорога какая-то так и так далее. Он несколько стран объехал. До этого он вообще о дорогах ничего не знал. Он вообще не занимался. Он бывший летчик, продавец видеокассет, да? И приезжает в Полонскую и говорит, да, существует на дороге вообще-то перспектива, потому что там такие какие-то страшные системы, такие дорогущие, такие шумные, такие это, а у Иска уже совсем все другое. Тут говорит, да, хорошо. Ну давайте готовить документы, чтобы уже по совместной деятельности. И у меня тогда была у Остуна транспорт юнистская компания, потому что надо было как-то официально работать. И я ее создал, и, собственно, через него это встречи, переговоры, контакты были и с Хабаровском, Хатамасийском и так далее. Надо сказать, что мне удалось все-таки убедить, сотрудничать с нами и Хатамасийск, где было два контракта. Один из них на разработку стратегии применения струнного транспорта в Хатамасийском округе. Там был реальный контракт, государственный контракт. Так, и мы выполнили работу, она тоже размещена в интернете. Это отчет на моем сайте, где вот такая стопка документов, где проработана и путевые структуры, инфраструктуры, подвижной состав, и сделан анализ технико-экономический, в том числе написан бизнес-план на эту стратегию, из которого... Если бы его реализовали, то по тем деньгам округ бы заработал 1,5 триллиона рублей. Это экономический эффект. Эти документы есть, они есть в интернете. Так? Потом в Хабаровске был тоже контракт на проработку уже первой трассы. Ну, там инвесторам, и они тоже заплатили, я не помню, где-то $1500 на эту проработку. Она была сделана, мы отчитались перед заказчиком документами. И там эти работы были сданы. Но из-за того, что не было гранта ООН, потому что из-за Лебедева и ООН, естественно, не стало 5 миллионов инвестировать. И Лебедев отказался, мы перестали быть партнерами. Поэтому не было финансирования этого проекта, и этот Хабаровский проект был закрыт, но работа была определенно сделана. За это были заплачены деньги. И в Ставрополе тоже были исследования проведены. И тоже с мэрией Ставрополя тоже были заключены соглашения, контракты. И тоже была определенная работа, чтобы взять тоже первую трассу в Ставрополь. Это все было, на самом деле, есть эти контракты, договоры, документы. И было определенно финансирование. Но это было недостаточно для вот такого серьезной, для такой серьезной работы, вот такой, как у нас она сейчас идет, да? И поэтому, когда объявился Полонский, и он говорит, да, что там, я миллиардер, что там, $50 миллионов выделю, нет проблем на исследование, на работу. А уже тогда я знал, что, ну, да, действительно, есть миллиарды, потому что именно он, это примерно в то время, он как-то в одном из интервью, оно потом вышло на экраны. Телевизионный сказал, ну вообще не все умеют правильно работать, поэтому у кого нет $1 миллиарда, пошел он в жопу. Так и сказал, да? Те, кто не крал миллиард, могут идти в жопу. В принципе, возразить нечего. Кстати, это стало началом его проблем в будущем. И потом, ну я думаю, ну выделит $50 миллионов. Ну, давай вот соглашение о том, что ты там продаешь часть компании ОСТ Тронтранспорт Юнистская. Я говорю, хорошо. Но поскольку были выполнены работы и так далее, было финансировано, то это не учитывается при купле-продаже.
А учитывая только уставный капитал. А уставный капитал 10 тысяч рублей. И поэтому за 7500 рублей Полонский выкупил у меня 75% уставного транспорта Ленинска. Ну, это примерно за 200 долларов. Так? Ну, потому что есть договоренность о том, что он финансирует 50 миллионов долларов. А о том, что он, мы уже даже подобрали место в Подмосковье, где будет построена тестовая трасса, где мы там КБ откроем. И говорит, да вот, здание федерации, мы офис сделаем, все прочее. Это же все мое, это же я строю. Это вы, говорит, не умеете работать. Я, говорит, умею. Что там, когда мы с ним расставались, с капитуется с этим Полонским. Там тоже целая история, да, была. Когда случился кризис 2008 года, и у него дела стали, ну, все валиться, да, он решил встретиться со мной и с теми, кто у меня работает. И кто меня поддерживает. И я даже пригласил тогда представителя ГАСТОЯ, это министр строительства, Кошман. Он тоже на эту встречу должен был быть. Но тот же Полонский вел себя примерно так же, как и другие мои партнеры, как и Сталин перед Мао Цзэдуном. Короче, мы ждали его в приемной с 5 дня до 11 вечера. Кошман, естественно, министр, он ушел раньше. А я с командой был. И, в частности, конструкторов я пригласил из Минска. У меня тогда было конструкторское бюро в Минске, которое я финансировал, а не Полонский, да? И где были партнеры, через которых мы бы хотели, в том числе подрывной состав выпускать из Минска, директора серьезных предприятий. И был там Узлов, как и вице-президент Миросгрупп, который курирует это направление. И вот когда мы встретились в 11 часов вечера, ну, ночи вернее, и когда Полонский был очень пьян, очень, я не знаю, сколько он выпил, то что все рушилось. Да? Он говорит, ну ладно, рассказывайте там про свой струнный транспорт. Где там сметы пока? Я отдаю смету на производство Юнибуса где-то примерно миллион долларов. Ну это по тем деньгам в те времена. Он смотрит, что за хрень. Какой миллион долларов? Вы что, с ума посходили все? Да натяните веревочку, повесьте корыто. Упало корыто? Плохо. Не упало? Все, стольный транспорт стоялся. Вы что, охренели, что ли? Анкерная опора, 500 тысяч долларов. Что, с ума сошли? Да у меня там сваи под федерацией 1,5 метра диаметром, длиной там 100 метров. Держит 3000 тонн. Да я одну сваю забью, и вот вам ваша анкерная опора, 10 тысяч долларов. Что вы, с ума посходили? Ты что, Юницкий? А Узлов сидит и рот воды набрал, молчит. Промолчал все, боялся что-то же вякнуть, да? То, что было очень злой Полонский. А потом смотрит на моего главного конструктора, Данчиков тогда в Минске. Смотрит так, смотрит. Слушай, а ты кто такой? Я говорю, ну как, главный конструктор? Он главный конструктор. Слушай, а что у тебя такие очечки дешевенькие из нержавейки? А что у тебя как портфель потертый из дермантина? А что такое какой-то, что у тебя за костюм? Пошел вон, мудак! Все, пишет, я тоже сижу, что-то встал. И пошел к двери, и он орет, Свет, эй, ты мудак, не сломай дверь за миллион долларов. А у него какая-то дверь наворочена, где надо было кучу кнопок нажать, чтобы открыть его. Так на дверь миллиона долларов не жалко, а на Юнибус и хватит там и 10 тысяч долларов, да? А потом обвел всех мутным взглядом и сказал, партнерство закончилось, пошли все нахуй. Ну, это первоисточник. Я перед тем, как уйти, сказал, как вы можете так общаться с людьми? Как вы можете посылать инженера
А Кирилл не должен быть очки, какой у него портфель. Он не миллиардер. Он тоже пошел в жопу, да? Потому что нет миллиарда. Он работает главным конструктором по другим причинам. То, что он конструктор хороший. И в злом ни слова не сказал. И ушли. И вот тогда, ну, естественно, он сказал, что проект закрыт, пошли все на три буквы, да? Ну, естественно, как дальше работать? А Злов говорит, я даже не предлагал, слушай, так надо сейчас эту ОСТУ передать кому-нибудь. И говорит, я займусь этим. И стал, я говорю, ну ладно, занимайся, все равно с Полонским мы расстались. Ну, компания-то есть совместно. И он я там стал переформлять. И иногда в интернете он говорит, что Юниска там какие-то документы подделал, подписи, потому что там с этим, когда расставался с Полонской, дали, да я вообще этим не занимался, я занимался Узлов. Не знаю, подделал подписи, не подделал подписи. Это его вопрос. Но я знаю, что эта компания ОСТУ была преобразована в Европроект. Так, там был уже без меня. Я вышел оттуда из состава этой компании. Тем более, что Полонский меня послал. И это уже там другие собственники и так далее. И я не знаю, что с этой компанией. Это надо спросить у Узлова. Виктора Александровича Узлова, который был вице-президентом тогда у Полонского, в Миросгрупп. И понимая, что это не первый, но не последний случай, когда могут вот так на ровном месте отнять компанию, там, доли, выкинуть, да, и так далее, купить по дешевке, я понял, что так нельзя. И я тогда решил все-таки формировать дальше, создавать компании с уставным капиталом, который основан на индивидуальной собственности и который, ну, имеет реальную цену. И вот тогда я стал обращаться к тем, кто умеет умеет оценивать исключительно права на ноу-хау, на изобретения, на патенты. И причем так оформлять, чтобы это было возможно было как имущество внести в уставный капитал. И поэтому было одно ООО «Уставный транспорт» Юницкого, откуда у меня мой партнер старший, потому что у него не 70% пошел, пошел подальше отсюда. Сотрудничество прекращено. Я создал другую компанию с таким же названием. В России это разрешено. ООО «Уставный транспорт» Юницкого. Но я пришел в регистрационный орган с оценкой индивидуальной собственности на сумму где-то 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Причем я был единственный учредитель. Как и там я был один учредитель, единственный, так? И надо сказать, что тоже это было непросто. Потому что, наверное, прецедентов особых не было. На то время это где-то было 100 миллионов долларов. Так? Оценить индивидуальную собственность и внести ее. И мне с регистрационного органа трижды возвращали устав, ну, документы на регистрацию, как неверно оформлено. Придирались к каким-то запятым, кавычкам, то скобка какая-то не закрыта где-то. То есть не по сути, а вот находили причины отказать. Три раза. Причем это была зима, морозы. Чтобы попасть туда, на регистрацию, надо было занимать очередь в 7 утра. Представляете, мороз, туалета даже нет на улице. Ну где там, на улице даже, ну где-то на крайней Москвы. И я в здание попадал в 12 часов дня, чтобы потом часа в 3 попасть к девочке, которая там берет документы. Потом, которые потом возвращают, говорят, они неправильно оформлены. И так было трижды. Пока я не пошел к руководству регистрирующего органа, сказал, вы знаете, здесь нет никаких нарушений законодательства, не зарегистрируйте, я обращусь к президенту страны. Я скажу, что это такое, почему нарушается закон? Почему не принимают к регистрации имущество, которое оценено, и вот оценка. Это мое имущество, я его вношу. И тогда ОСТУ было зарегистрировано с оценкой где-то 3 миллиарда 800 миллионов рублей. И если посмотреть
документы по регистрационно, там видно, оплачен уставный капитал, оплачен имуществом. Моим личным имуществом. Так. И вот это ОСТУ уже работает, сколько, с 2008 года. Это 12 лет. Если кому-то надо купить там долю или что-то отнять, нет вопросов, заплатите 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Правда, они в цене упали. Инфляция все-таки. Так. Но нельзя прийти за 7500 рублей, а отнять большую часть. Или там, да, не получится. Я понял, что это хороший механизм, я дальше уже работал по этой схеме. Дальше. Потому что это правильно. Так? И чтобы не пугать регистратора, я не всю индивидуальную собственность оценивал. Никогда вся моя индивидуальная собственность ни разу не была оценена. Даже в СКВ, где 400 миллиардов долларов, это только часть, это не вся. Потому что вся это просто напугает всех. Так и здесь оценят только права на строительство двух дорог в Ханты-Мансийском округе. Одна трасса – это Ханты-Мансийск городская, к этому там 15, по-моему, а вторая – Сургут, скоростная дорога, Сургут-Ханты-Мансийск. Только права на эти две дороги переданы в компанию. Когда мне говорят, что Юницкий куда-то там отдал, передал и так далее, все свои права, никто не собирает, так это неправда. Вот в этом выставили только права на два проекта в Ханты-Мансийском округе. Ну никак не в Белоруссии, не вообще в России, не там, я не знаю, в Эмиратах или в Америке, или где-то это. Поэтому надо понимать, что такое индивидуальная собственность. Надо понимать, что такое право. Да? И уже имея этот опыт, и когда у Полонского вообще дела стали плохие, и, кстати, когда как-то пару лет назад был в Москве, и там возникла необходимость найти одну юридическую контору, и мне сказали, что он в здании Федерации. Когда я приехал туда, то я не мог найти входа в небоскреб. Он оказался, нет, это было, наверное, больше, лет 5 назад, может быть. Вход в Федерацию оказался через улицу в магазине. И надо было подземным переходом зайти. Почему? Потому что казалось, что ошибался Полонцы, когда говорит, что знает, как строить. Они так плохо построили, что фундамент стал оседать. Фундамент, здание, небоскреб стал оседать. И чтобы он дальше не седал, они залили нижние этажи бетоном и, естественно, закрыли все входы. И видно, вот только через магазин можно было как-то по какому-то запасному входу зайти в здание. И обрезали верхушку, чтобы меньше здания весело. Поэтому оно не построено. Это ж было желание построить самое высокое здание в Европе. Поэтому не умеет Полонский ни проектировать, ни строить, на самом деле. Так? И они, естественно, в виде этого узлов стал искать для себя запасные варианты, стал ко мне уже как-то поближе дружиться, и мы подружились с ним. Он был такой энтузиаст, так мы дружили семьями, я знаю детей, жену Узлова, мы на рыбалке часто были, так сказать, общались много. И он был в моих глазах честным, порядочным человеком и очень таким болеющим за дело, за струнные технологии. И поскольку и здесь опять все рухнуло с Полонским, ну, опять же, права остались только у меня, я до этого переписывался с Ромашко, а Ромашко, он из бывших эсэсэровцев, ну, из СССР, его родители уехали в Австралию, и он русскоговорящий, живет в Австралии, нашел в интернете, дизайнер кухнями занимался, так, дизайном. И написал, я хочу стать миллиардером, и в настольных технологиях это может получиться. Давайте начинать работать в Австралии. Я тут пробью все, помогу, найду. Я потом узнал, что он дизайнер кухонь и так далее. Я думал, просто он бизнесмен. И тут есть Crowd Investing, есть Crowd Investing платформа особ,
И давайте создадим здесь компанию и начнем работать, и продвигать и развивать проект. И тогда я, опять же, занял деньги у инвесторов, уже под австралийские. Именно там еще не было структур, куда инвестировать, поэтому это было по договоренности с другим, да? И чтобы приехать в Австралию, начать там работать. И взял, естественно, Узлова, который уже, ну, был моим соратником, сторонником. И мы приехали в Австралию, жили даже в Ромашко дома, обговорили все это. Он привлек еще там Макбрайда, своего знакомого. Он был тогда безработным. Так, это стали потом будущие директора нашей группы компаний в Австралии. Один бывший летчик, другой дизайнер кухни, а третий безработный. Потому что других я не знал в Австралии. Так. Создали, начал создавать группу компаний. И при этом это была подсказка уже Узлова, и я не понимал, для чего он делает, я это понял потом, что он фактически уже тогда начал думать, как сделать рейдерский захват группы компаний. Естественно, делая определенные шаги для этого, я их не видел этих шагов. И он тогда говорил, что вот сейчас нам инвесторы дают деньги, но ты же как ты их ведешь в компанию? В компании еще нет. Потом давай мы их ведем в оценку интеллектуальной собственности. И тогда у них будет доля, ну тогда, вот мы сказали, вы дали инвестиции, но вы имеете долю в компании. То есть не долю в интеллектуальной собственности, а в компании, потому что по-другому их не введешь туда. На стадии создания компании. А деньги-то они же реально давали, потому что мы же приехали, восстали, работали, офис сняли, зарегистрировали. И я платил зарплату Узлова, это же деньги инвесторов были. Так? Я говорю, хорошо. И вот тогда, когда я делал оценку, вернее, не я, а это независимая экспертиза 21 век, это оценочная компания, имеющая лицензию соответствующую, да, и называется оценка рыночной стоимости исключительно прав на ноу-хау, устроенная технология Юницкого на стадии стартап, то в этой оценке, вот она, эта оценка, да, она тоже есть в интернете, по крайней мере, в первые несколько страничек, где четко написано. Цель оценки – определение рыночной стоимости для взноса в уставный капитал австралийской компании Stryne Technologies Unitsky Pty Ltd. Это для того, чтобы внести в уставный капитал конкретные компании, а не вообще оценка интеллектуальной собственности как таковой. И Узлов, опять же, я же не знал этого, для чего он это делает, говорит, слушай, зачем тебе везде схватиться? Давай я выступлю заказчиком, не исполнителем, не разработчиком, заказчиком. Типа, ну, я ему дал деньги, он заплатил, и официально он выступил заказчиком на эту оценку. И когда делалась оценка, я написал письмо в оценочную компанию от меня лично, что у меня есть еще типа соавторы, так, и совладельцы интеллектуальной собственности, ну, не говоря о том, что я хочу внести в это, дать долю компании, другого у меня выхода нет, и это вот опять же идея, которую подсказал мне Узлов. И они говорят, ну так напиши это письмо от всех так называемых соавторов и в нашу оценочную компанию. И вот это письмо потом родилось. Так. Но, естественно, какой вклад в создание интеллектуальной собственности люди, которых даже не знаю. Я их даже не встречал, с которыми инвестициями занимался Узлов. Естественно, они ничего не разрабатывали, ничем не участвовали, естественно, не имеют никаких прав на интеллектуальную собственность. Это было сделано только для того, чтобы получить долю в компании. И поэтому вот к этому документу часто возвращаются условия, там Маша показывает всем, что Юницкий там все раздарил. Нет, это не так. И вот здесь было письмо руководителю этой компании «Век 20-й», независимая экспертиза 21 век,
Уважаемая Тина Алексеевна, настоящим письмом информируем вас о том, что автором и собственником исключительно права ноу-хау струнной технологии Юницкого настроения стартап является коллектив физических лиц, распределение авторства и права между которыми определено договором о создании секретного производства ноу-хау, ну и так далее. Да? Это на самом деле липовая бумага, сделана для совсем других целей. Нельзя вообще присваивать авторство, это вообще уголовное преследование. Поэтому вообще-то у Злова того же, который сказал, что он соавтор, и что он совладелец, вообще можно за это только привлечь к уголовной ответственности. Потому что он меня обманным путем заставил нести себя в документ, который не является правоустанавливающим. Я ему ничего не передал. Но он все равно неправильный этот документ. Нельзя делиться авторством. Соавторством. Нельзя. Если человек не внес никакого вклада. Деньги не считаются вкладом. Деньги – это называется инвестиция. Из-за этого получает долю в компании. И поэтому, естественно, те, кто давал деньги на этой стадии, ну, они стали совладельцами компании. Это понятно. Это естественно. И надо должно Злову, как он умел рассказывать, показывать о светлом будущем, как он там будет продвигать проект, что он успешный менеджер, у него все схвачено, у него там и губернатор Морозов в Ульяновской области чуть ли не друг, хотя это не так, там и другие вещи. Поэтому, говорит, ну, мне надо хотя бы блокирующий пакет. Да и женушке моей любимой надо же тоже какие-то проценты дать. Ну, я от доброты душевной и под обещание, да, дал. У Злова 21%, а у Злова Оксана Михайловна 5%, так? Так что интересно, когда мы начали работать с Узловым, и он расстался, и даже потом судился с Полонским по каким-то своим делам, он говорил, как, я хочу иметь долю. Я говорю, да нет проблем, я дам тебе долю в компаниях совместных, но ты реально вложи деньги, ты же не разработчик, ты же не соавтор, ты же ничего не делаешь, кроме того, что бегаешь по кабинетам, ищешь деньги, заказы и далее, пока ничего нет, да? Он говорит, ну, я готов вложить свой личный миллион. Я говорю, хорошо, давай. Значит, за то, что ты вложишь свой личный миллион свой, я дам тебе 10% в компании. В компании, а не в частной собственности. Он говорит, ну, я еще вот пробью контракт фантоматически. А там контракт на 800 миллионов рублей. И за это вот еще 15%. Хорошо. Уже на той стадии, когда подключился Узлов, я прошел уже определенный путь, трижды встречался с губернатором. Дважды ездил в Ханты-Мансийск, даже трижды, на форумы международные, инвестиционные. Дважды возил модель, это 150 килограммов, самолетом туда, чтобы показать и губернатору, и другим, да? И в конце концов сделали вот работу по разработке стратегии применения струнного транспорта в округе, получили $1 млн и так далее, да. Получил поддержку на всех инстанциях, даже от департамента транспорта получил поддержку, хотя вначале они были, как всегда, противником, да, новых технологий. И уже была строка в бюджете округа, 800 миллионов рублей на строительство первой дороги струнной в Ханты-Мансийске. И вот только тут подключился Узлов. Вот только на этой стадии. Но так как глянул кризис, он говорит, я сумею, я же успешный менеджер, поэтому я найду возможность, чтобы всякие, несмотря на кризис, они зафинансировали. Хотя бы завтрака на бюджете. Но ничего-то не случилось. Но более того, Узлов и тут меня обманывал, да? И очень серьезно меня обманул. Каким образом? Он говорит, ну понимаешь, я поеду в Ханты-Мансийск. Мне же надо подписывать с ними контракт. Ну, контракт, естественно, на основной транспорт Юницкого. Потому что тогда была вот эта моя компания, которая реально работала, реально действовала, да. У нее штат был и так далее. Поэтому, понимаешь, чтобы подписать, я же не знаю, где будет, сколько страничек будет договора. И где закончится текст. То ли в первой трети, то ли в середине листа, то ли снизу. Поэтому подпиши мне чистые листы бумаги. По два экземпляра. Ну, один договор для них, один для нас. На одном сверху два экземпляра, в другом в середине два экземпляра. Ну, естественно, я поставил, расписался, поставил печать.
Ну, он партнер. Я ему доверял как себе. И он уехал с этим бумагами. Ну, ничего не получилось, ничего не подписал. Приезжает, я говорю, а где эти? Он говорит, я порвал. Порвал. Ну, что, не должен доверять, что ли? И потом, когда мы расстались с Узловым, после того, как он все отнял у меня, да, и когда было настолько все тяжело, ну, всего лишиться, да, вдруг я получаю иск московский, суд. Оказывается, я занял Узлову, по-моему, 5 миллионов рублей. Это больше 100 тысяч долларов. И моя подпись стоит. И печать. И вот тут он прокололся. Якобы занял деньги мне, а стоит печать, вот стою. И он, например, имел наглость, то есть он на этом, на этой бумаге напечатал липовый займ. Это ж как надо пуститься, чтобы это сделать. Причем такое время тяжелое, когда якобы он дал деньги. Когда мы уже начали работу в Австралии, денег не было и так далее, но я уже заработал небольшие деньги, первые, и подарил на 30-летие жене, благодарна за то, что она инвестировала больше миллиона долларов, джип. И потом, когда опять денег не было, и надо было платить зарплату Узловым конструкторам, я говорю, Надежда, слушай, ну, надо как-то содержать компанию, это денег нет, продавай машину. И вот представьте, моя жена беременна, ей уже было 8 месяцев беременности второй дочерью, Марьяной. Она со слезами на глазах ездила зимой по Москве и сказала, кому продать джип, которому, ну, 3 месяца, как я ей подарил. И она продала и прятала деньги под шубой, представляете, беременна. Деньги, и приехала домой, привезла деньги, чтобы я с них же заплатил зарплату Узлову, конструкторам и так далее. И именно в это время якобы Узлов занял мне вот эти деньги, займ. Это какая наглость, представляете? Естественно, проиграл иск. Почему-то Узлов не говорит о том, сколько он судов проиграл. Почему-то он не говорил, он все суды проиграл, все до одного. Выиграл, даже это нельзя назвать выиграл. Один иск. Так я расскажу о сути этого иска. Когда я создал вот эти 5 компаний в Австралии, одна была частная, куда мне снять эту собственность, и 4 публичные, которые, собственно, привлекали инвестиции. Причем вполне законно, через площадку ОСОП в Австралии. Но инвесторы в основном были российские. И вот когда пошли деньги, и я уже создал в Белоруссии конструкторское бюро, набрал где-то примерно 35 уже было конструкторов, работало, оснащенно все было, уже техника и так далее. И мы стали выполнять заказы для Австралии, а деньги шли от компаний, где я их основал, эти публичные компании, где я основной акционер, где я представитель совета директоров и генеральный директор. И Узлов задумал сделать рейдерский захват, и как он поступил. Он стал меня убеждать, что я нарушаю законодательство Австралии, что я серый кардинал, что возникает конфликт интересов, потому что я работаю вот в Минске генеральным конструктором в представительстве моей компании в Австралии, главной, где вот институтная собственность вся. И поэтому я не должен быть главой представительства, поэтому надо взять другого. И тут он предложил Дубатовку, я взял главу представительства, Дубатовку, который не работал, просто получал зарплату, да, работал я. И говорит, нельзя быть вот там во всех этих компаниях, потому что будут проблемы. Поэтому надо уйти из совета директоров и отказаться от должности генерального директора. И еще юриста какого-то привел, ну, своего карманного. И тот, да, начал убеждать меня, да, да, нельзя, нет. А там такое сложное законодательство. Я знаю, что это все было... Я прям на работу. Он просто обманул. Да? Я хорошо написал заявление, вышел из этого. То есть я потерял контроль над деньгами. То есть гендиректором стал Узлов,
а печать у него, распоряжаться счетами расчетными он. Он заблокировал все перечисления в Беларусь. А мы работаем, конструкторы работаем, выполняем заказы для Австралии. И как дедушка Ленин в свое время там, со шалаша там куда-то ездил, маевки там проводил с революционерами, стал приезжать в Минск с Дубатовкой, начали обрабатывать наших сотрудников представительства, конструкторов. У Минского денег нет, все у нас, поэтому что вы будете работать бесплатно, выходите все к нам. И дали давать им деньги, то есть официально денег нет, заблокировано, а вот так есть. Естественно, в один прекрасный момент все эти конструкторы собрали, украли фактически компьютеры, столы, стулья, технику и ушли в компанию, которую создал Узлов. Вот так был член рейдерский захват. И поскольку в Австралии я не контролировал счета, и там были еще директор, который, ну, был номинальный директор, он не имел прав никаких юридических там подписать документы, а это был отец Ромашко, его отец, дизайнера кухонь. Естественно, с его помощью они сняли все деньги со счетов, обнулили фактически все счета и украли все имущество с этих компаний. Все, имущество было украдено. Там, когда я приехал, в конце концов, в Австралию, это не так просто взять и приехать, надо же визу получить и так далее. То я зашел в офис, а он был оборудован нормально, там даже было переговорно, там кожаные диваны стояли, кожаная мебель, там компьютеры было, все это. Я видел только один поломанный стул во всем этом офисе. В огромном офисе там где-то 500 квадратных метров. Один поломанный стул. У меня там даже были личные вещи, имущество, я там комнату, ну, я приезжал, жил, и мои даже личные вещи исчезли. Я еще потом писал Злову, слушай, мой костюмчик тебе не жмет там, и мои трусы там как тебе, нормально все, и носочки как, а щетка зубная тоже подходит тебе, да, Виктор? Это так же было, зачем забывать об этом? И когда я понял, что все, все отнято, ничего нет, какой смысл содержать эти компании, как с них? И все ушли. И даже инвестор он обманул, ну, слава богу, он на себя взял ответственность, что надо бросать Юниска и переходить все к его компании. И, короче, все ушло к нему. И вот когда уже было все отнято и так далее, вот именно тогда Узлов и пошел в суд с иском. Вот, представляете, вот каким надо быть подлым. Вот именно в это время, когда вообще все отнял, видно, не добил, что ли, до конца, думаю, да я еще тебя вот посажу, потому что ты якобы мне должен, займ там, да? Но проиграл. Но там были и другие иски с его стороны, потому что когда было все отнято, я понял, что, извините, полная жопа, в очередной раз, да? Но это сделал партнер, а не я. Не я это создал, это мой партнер, которому я верю как себе, да? Я вижу, что нет других способов борьбы. Ну, нет, как с ним вот бороться? То есть Узлов сделал так, чтобы меня не давали визу, а это очень просто делается. Написать там Министерство миграции или куда-то еще, не знаю, пару там каких-то писем, кляус там, доносов. И все, как вот в Литве там на меня там писали. И все, попал какой-то разряд неблагонадежных, и тебе просто визу не дают. Мне три раза отказывали в визе, три раза. Я визу получил только через 7 лет. Когда позвонили с посольства, что вы тут настаиваете на вот визу вам, зачем вообще в Австралии? Я вам рассказал вот это, в том числе историю вот с рейдерским захватом. А потом говорю, ну, понимаете, они говорят, да вот в Литве там какие-то, слушайте, как вы меня достали? Это все, говорю, ложь, неправда, все не так, да пошли вы все. Не нужна мне ваша Австралия, пошли вы в задницу. Так и сказал. Что интересно, на следующий день мне открыли визу. На следующий день. Так? И, ну что, я приехал, ничего, все отнят, ничего нет. Естественно, все было закрыто. Так вот, интересно, какие права вот у Узлова, на какие претензии, какой собственности. Вот у меня есть претензии. Есть и серьезные претензии.
Так? Так вот, поняв всю эту ситуацию, у меня не было другого выхода, как бороться, значит, с ним в интернете. И, естественно, появилось в интернете много документов, в том числе и на моем сайте, где Узлов, ну, назван мошенником и вором. Так вот, суть иска, который выиграл Узлов, один-единственный раз он выиграл, и то это нельзя назвать выиграл, но по-другому это называть, он обратился с иском в суд, что нельзя Узлова обзывать международным мошенником и вором без решения суда. При этом, цитируя мои там вот эти вот документы, письма и так далее, в интернете их много, он раз, наверное, 100 повторил, что он мошенник и вор. Цитирую просто. Ну, естественно, суд, ну, принял сторону ИСА, я согласен с ним, нельзя обзывать. Естественно, поэтому суд сказал, нельзя обзывать. Даже оштрафовал меня какое-то там символическое, не знаю, там, может быть, на $100, я уже не помню, как-то символическое было наказание, что нельзя обзывать. Так я согласен с этим, что нельзя обзывать. А у меня другого выхода не было. Но это не изменило мое мнение, что он мошенник и вор, и жулик. Мнение-то осталось прежним. Я его не обзываю, я просто высказываю свое мнение. Я считаю его мошенником и вором, и жуликом, проходимцем, да? Который заполонил интернет на меня наговорами, кляузами, какими-то наветами, я не знаю, что там, подделал какие-то документы, печати. Это он подделал. Я некоторых примеров привел. Могу еще пример привести, как они печать подделали. Когда закрывали представительство Белоруссии, то, во-первых, номинальный директор, который не имеет права писать такие, написал письмо, это отец Ромашко, что надо закрыть представительство. Он не имел права такое писать письмо. Он номинальный. И там стоит печать Сиднейского СТУ, где я гендиректор, где я основной акционер. И эта печать у меня. И она одна единственная. И она хранится до сих пор. Значит, была сделана вторая печать. И Узлов это не раз демонстрировал. Приезжал в Россию и заказывал по оттиску печать. За один день делают печать. Без проблем. Можно сейчас любую печать сделать. За один день, да? И потом понаставили эти печати. И по липовым документам их подали в Министерство иностранных дел Беларуси. Что они будут разбираться, что ли, МИД? И МИД, естественно, закрыл представительство австрийской компании в Беларуси. Абсолютно незаконно. По поддельным документам. Потому что Узлов подделал документ. Подписи ему подделал. Когда мы пришли, я вот первый раз, когда еще не было мне запрета на въезд, я успел как-то один раз приехать, я нанял юриста Белинского, кстати, предка, потомка того Белинского, да, юрист. И мы пришли в офис, и он пришел с микрофоном, звоним в дверь, нам не открывают. Слышу там какие-то голоса и все прочее. Кто-то есть. Звоним, не открывает. Звоним, не открывает. Он включает магнитофон и говорит, одна минута, если дверь не будет открыта, вызываем полицию. И тут же открывает дверь Узлов. И тут же вижу, бегают его дети. То есть он живет с семьей в офисе и не пускает меня, который, собственно, создал эту компанию и арендовал офис. Понимаете? Вот один раз я попал. И когда мы сидели с юристом, и у меня есть свидетель, я не один-то там приезжал, да? И когда Узлов дает документы, да Юницкий нам дал разрешение, вот подпись, там, в том числе на собрании акционеров, юрист говорит, слушайте, а тут же видно, что это же ксерокс. То есть взяли мою подпись, где-то вырезали, и бумажку наклеили на лист бумаги, а потом, когда отсерили, границы вот этой наклейки стали видны. То есть моя подпись в рамочке получилась. Но это же фальшивка. И это юрист зафиксировал это. Понимаете? Поэтому не надо приписывать то, что делаешь сам. Нет. Я не подделываю подписи и не подделываю печати. Так? Ну и, наверное, нужно сказать о том, кому все-таки это
интеллектуальная собственность по основным технологиям принадлежит, ну, как бы резюмируя, да? Естественно, мне, Юницкому Анатолию Эдуардовичу, инженеру, конструктору, изобретателю, ученому, который отдал всю свою жизнь работе над струнным транспортом. Ну, всю сознательную жизнь. Вообще-то больше уже 50 лет. И ни разу я не передавал, не отдавал собственность никому. Ни разу. Кроме вот этих моего завещания, о котором я говорил, который Совет Безопасности Беларуси написал, передать Республике Беларусь. Но это было завещание, я его потом переписал. И даже вот тоже Виктор Александрович Узлов, любитель правды, так, по интеллектуальной собственности, приводит примеры вот, компаний в Австралии, которые были созданы, его Юницкий там якобы подарил, раздал свою интеллектуальную собственность, но это не так. Вот даже в этой оценке, какие тут, что оценено? Вот, я, вот одна страничка. Патенты. Представлен список основных патентов на изобретение, полученных генеральным конструктором СТУ А.И. Юницким по струнным технологиям период 2001-2008 год. Патенты, полученные ранее, в списке не представлены. И пошло. Юницкий А.И. Патент РФ на изобретение номер такого транспорта системы Юницкого. Юницкий А.И. Патент РФ на изобретение 222-33-57. Транспорт системы Юницкого. Варианты. Юницкий. Транспорт системы Юницкого. Юницкий, 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 Юницкий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, тут, наверное, 40 штук, да? И что? Я передавал права по этим патентам. Они упомянуты для того, чтобы пояснить, что оценивалось. Это мои изобретения оценивались. И права я их не передавал. Никому я не передавал эти права. Вообще, кто-то знает, что передать права на патент? Что, вот взять, написать список и сказать, Юницкий отдал кому-то вот это? Там по каждому патенту надо писать договор о передаче, об уступке прав. И за это надо платить, кстати. То есть просто так не дарится, это за деньги делается все, да? Далее, пошли вот лицензии. Тут видите только Юницкий. Какие лицензии у СТУ имеют, допустим. На проектирование, лицензии на проектирование зданий и сооружений. Это моя компания. Лицензии на выполнение проектных работ высотных зданий и так далее. Это тоже у меня одно из образований высших, это проектирование строительства высотных зданий. Это опять же моя компания. Награды. Это опять же мои награды. Я что, должен награды поделиться? Золотой знак качества российской марки. Их три знака качества. Или, может, мне надо поделиться Узловым или с другими золотой медалью ВДНХ. У меня две медали ВДНХ золотые. Вот надо поделить ее, а ты за кусочек я отдать, сказать, мы же поделили это все, да? Может, проекты, которые я сделал, надо поделить. Там есть автор, там есть права. Это никому не передавалось. Никому. Это просто взята вот одна из оценок, да? Где я включил часть инвесторов в оценку, потому что по-другому я не знал, как их вести и дать долю в компании. Поэтому это промежуточный документ, который не передает прав на интеллектуальную собственность. Он дает возможность ввести этих людей, я их обещал ввести в компанию, чтобы они легально с самого начала были, имели долю в компании, которую мы создали в Австралии. Поэтому никому никогда я ничего не передавал. И ни разу никто не предъявлял претензий и не предъявит, ну, грамотно, юридически обоснованно, о том, что интеллектуальная собственность на струнный транспорт Юницкого принадлежит кому-то, кроме меня. И даже Узлов, он только машет бумажки и показывает их, но ни одного иска он что-то не предъявлял. Ну что, ну пусть подаст на меня в суд. Допустим, Верховный суд Беларуси. Я на него подавал иск и выиграл. Я обвинил его и Дубатовку хищение интеллектуальной собственности. Что они сделали? Когда был сделан рейдерский захват в Австралии, группа компаний, и им надо было как-то легализовать эту технологию,
под себя. Да, новый бренд, новые уже разработчики, новые авторы. И они вспомнили полигон в Озерах, и что Дубатов когда-то работал у меня просто наемным работником. Просто наемный работник. Ух, так уже Дубатов там. И здесь же даже фотография, где он стоит под ЗИЛом. Ну, правда, вот Юницкий рядом с ним. Как-то случайно оказался, да? И что они сделали? Фотошопом. Удалили меня с фотографии. Где я, когда меня фотографировали, там столько репортажей я дал для Первый канал российский, РТР, НТВ, Культура канал, да? Столько репортажей, где я рассказываю про этот ЗИЛ, про генозили, капля. Это мой знак того. Ю стоит, Ю, Юницкий. Знак Ю, по-моему, 21. Вот там ЗИЛ этот стоит, да? Уже, ну, отреставрированный. Российский изобретатель Анатолий Юницкий придумал средство транспорта, которое домчит до Токио за 20 часов и 100 долларов. Покрыть весь мир дорогами, скоростными, безопасными, энергоэффективными и экологичными. Струнный транспорт Юницкого отвечает всем этим требованиям. Более 20 лет академик Анатолий Юницкий корпел над чертежами принципиально нового вида транспорта. Как считает ее автор, академик Анатолий Юницкий, ничего нереального в ней нет. И систему без проблем можно было построить еще в прошлом веке. Группа энтузиастов, которой руководит автор идеи Анатолий Юницкий, собирается воплотить все это в жизнь. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ЗИЛ оснастили специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнно-транспортная система – это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком весом 12 тонн. Движение в струнном транспорте осуществляется по рельсу струне или струнному рельсу, который имеет огромную прочность и огромную жесткость, в том числе изгибную жесткость. Это не канат. Если взять железнодорожный рельс современный, тяжелый, R-75, R-75, значит, 75 килограмм на погонный метр. Но с учетом подкладок, болтов, креплений, это 100 килограмм на погонный метр для одного рельса. Здесь, в этой конструкции, рельса струны, 40 килограмм металла. Будет контролироваться расстояние между модулями и скорость. Главное, чтобы они не сближались. А встречное движение, как на автомобильной трассе, здесь невозможно. Струнная дорога, она сочетается в себе преимущество автомобильного транспорта, авиации, железнодорожного транспорта, канатных дорог. И монорельсовую дорогу. И такую скоростную дорогу построить между Москвой и Санкт-Петербургом, то время в пути будет около 2 часов. Из центра Москвы и Санкт-Петербурга и билет стоил бы порядка 120-150 рублей. Фотошопом удалили меня, причем очень топорно. Удалили Ю, замазали. Удалили этот знак, замазали. И оставили Дубатовку, которая стоит как-то странно так. Вот где-то напоминает фотографии. Я тоже удивлялся, думаю, что-то так, как-то Ленин странно сидит на фотографии. Вот вроде как кого-то обнимает. Оказывается, там был Сталин. И когда в хрущевские времена там это были... На Сталина там наезды и прочее, да, разоблачение какого-то Сталина. Взяли и подправили историю. Решили подправить. Типа, а Сталина не было. Взяли, затушировали. Фотографии. Вот и ладно. Это они так действовали. Зачем мой бывший партнер так действует?
Это же вообще низко и подло. И они разместили эти фотографии на своих сайтах и стали везде говорить и писать. Да это наша технология, Юницкого вообще тут даже близкого не было. Но это же ложь, это же неправда. Причем это говорит Узлов, который знать не знал. Он еще, наверное, там в детский сад ходил. Так? А он говорит, что он это все знает, он причастен ко всему этому. Так вот я подал в суд. Верховный суд признал, это незаконно. И я вспоминаю этот суд, это вообще бред был со стороны вот Узловой, Дубатовки. Они нашли 5 лжесвидетелей. 5 лжесвидетелей, которые в суде, в Верховном суде Беларуси рассказывали. Мы Юницкого не видели. Мы не знаем, он вообще там его не был никогда. А ты что там делал? Спрашивает одного в Верховном суде. Ну, я, говорит, там мусор убирал. Потому что когда очищали площадку, а там какая-то свалка была, да? Я мусор убирал, а потом как-то стройку начали, я прибился, и вот там у опоры жил полгода. А потом, там они сделали фотошоп фотографии, которые делал мой сын, Денис. Он тогда со мной работал и, естественно, все документировал, да? И он эту фотографию делал, где он меня фотографировал, говорю, Игорь Дубатовка, иди тоже, стань со мной под Зилом. И он нас сфотографировал. То есть автор фотографии Юницкий Денис Анатольевич. И поэтому автор фотографии подал в суд, потому что они нарушили его права. Исказили первоисточник. Была одна фотография, они ее исказили. Потом была назначена экспертиза, которая однозначно сказала, это одна и та же фотография, только здесь фотошоп, потому что, видите, тень неправильно. Видите, тут деревья затушированы, которые на самом деле вон не проглядываются и так далее. Вот топорно было сделано, да? И поэтому, как они строили свои доказательства? Ну, Юницкого, во-первых, там не было. Мы знать такого не знаем. Это все делали мы, Дубатовка. А фотографии делал не Юницкий Денис Анатольевич, его там не было, а водитель Юницкого. То есть меня не было в Озерах, а я был в Москве. И, типа, а они сами все строили. И финансировали сами, Дубатовка и прочее. Да? А я просто где-то там в Москве. Поэтому иногда приезжал водитель Юницкого и фотографировал. И эту фотографию сделал не Юницкий Денис Анатольевич, а водитель Юницкого. И это говорили свидетели. Их было, я говорю, 5 штук. И когда свидетели спрашивают, другую фотографию показывают, а вы покажите фотографии, где водитель Юницкого на фотографии. Никто из них не указал. То есть они знать его не знают. Понимаете? То есть вот до чего опуститься, да? В Верховном суде. Такую ложь нести. Такую вот, понимаете? Вот. Причем заседание было 3 дня, я 3 дня убил на это. Это сколько надо было собрать документов, доказать и так далее. И в конце концов, естественно, было доказано. Это же, естественно, я строил полевую. Это моя собственность индивидуальная. Это дело моя компания. Я привлек деньги. Я автор, генеральный конструктор этой компании. Я там организовал людей, в том числе творческие коллективы. Поставил им задачу, дал решение, да? И мне еще в суде надо было доказывать, что это я все делал, а не... Некий Дубатовка с Узловым. Поэтому даже на этом примере очевидно, кому принадлежит индивидуальная собственность. И поэтому, если кому-то не нравится это, ну, пожалуйста, прошу, можете подавать на меня и суд. А лучше всего Верховный суд Беларуси, потому что я здесь живу. Я белорус, я не скрываюсь, в отличие от Узлова. Бег от инвесторов, и где-то там даже уехал с Ульяновска, не получил гражданство в Австралии. Где-то там прописан в развалюхе, в доме развалюхи в Подмосковье. Так я не прячусь, не бегаю. Поэтому кому-то не нравится, тому же зло, подавайте на меня в суд. И суд поставит свою точку над всеми этими притязаниями, совершенно необоснованными, о том, что Юницкому, оказывается, ничего вроде как не принадлежит. Нет, все. Мне принадлежит 100%, но с одной поправкой. Я всю эту собственность передал в 2014 году
в группу компании SkyLine. То есть у меня на самом деле ничего нет. Но есть это, все это у группы компании SkyLine. То есть это принадлежит нашим инвесторам. И мне, как акционеру этой группы компаний, тоже, естественно, она принадлежит, ну, часть. Потому что часть принадлежит группе компаний, потому что они получили долю в компании. Это Global Transport Investment, GTI, которая создала 4 холдинга. Они получили долю в этих холдингах. И поэтому, естественно, они, поскольку они имеют долю в группе компаний, а в группу компаний передана интеллектуальная собственность, то, естественно, они владеют частью интеллектуальной собственности. Ни правами, ни авторством, а имеют право, образно говоря, зарабатывать на это. Потому что когда группа компаний выйдет на рынок со струнными технологиями, то пойдет прибыль, пойдут дивиденды, которые будут расписываться профессионально вкладу каждого из инвесторов и его доли. Вот для этого нужна интеллектуальная собственность, чтобы обозначить долю в компании. И да, я вынужден был достаточно подробно это говорить, потому что вопрос непростой. История очень длинная. Это история 50 лет заняла в моей жизни. Да? Я даже, наверное, уже несколько часов говорю. Тем не менее, сказал, ну, маленькую-маленькую часть того, что было, и, естественно, не все вспомнил, да, наверное, не надо все вспоминать. Но сама история моя жизненная говорит о том, что надо двигаться вперед, надо всегда двигаться вперед. И неважно, тебя понимают или не понимают, неважно, тебе помогают или, наоборот, мешают. Иногда лучше, когда тебе мешают, а не помогают, потому что ты тогда будешь развиваться быстрее. Потому что надо преодолеть трудности, проблемы и так далее. Поэтому, вот подводя итог, да, это все мое, моя интеллектуальная собственность. Но я передал тем, кто сейчас инвестирует, да. И вот этот мой труд за 50 лет я распределил, ну, можно сказать, между инвесторами, профессионалами их вложений. Благодарность за то, что они зафинансировали те работы, которые я не мог зафинансировать. У меня нет этих денег. Да? И поэтому я хочу сказать спасибо всем инвесторам, что они верят в технологии, они верят в меня и верят в то, что у меня все права на интеллектуальную собственность, а не у кого-то. И что отнять ее невозможно. Это нереально. Это только те, кто не понимает, не знает, что интеллектуальная собственность, не владеет этими знаниями, опытом. И без этой интеллектуальной собственности, естественно, группа компаний не смогла бы работать, не смогла бы капитализироваться, не смогла бы создавать то, что она создает. И мы уже близки к тому, чтобы реализовать SkyWay по всему миру. У нас уже есть много заказов, которые в работе. И то, что было сделано, но было сделано абсолютно законно, абсолютно легально. И группа компаний SkyWay тоже существует легально, законно. И у нее очень серьезное будущее, потому что мы станем мировым лидером в области транспорта. Я бы сказал, транспорта второго уровня, который будет доминировать в 21 веке. И на основных дорогах в 21 веке ездят, в конечном итоге, будут миллиарды людей. Миллиарды людей будут ездить безопасно, не будут гибнуть по 1,5 миллиона человек в год, как сейчас, на дорогах мира, не будет 10 миллионов инвалидов ежегодно, как сегодня на дорогах, а это за 100 лет не погибнет 100 миллионов человек и не станет инвалидом миллиард человек. Земли, которые закатаны сегодня в асфальт и находится похоже под шпалами железных дорог, а это 5 Великобритании по площади, будут переданы землепользователям, и на этой земле будут расти сады, будут расти деревья, зеленые растения, которые вырабатывают кислород, которым мы дышим. Не будут сожжены лишние десятки, даже сотни миллиардов тонн топлива, которое травит все вокруг,
И это черное золото не будет выкачиваться из земли. И наш транспорт электрический, он более эффективный. И появится много других вот возможностей у человечества для устойчивого движения и развития. А не так, как сейчас многие думают, что все, пандемия, и скоро нам всем придет конец цивилизации. Нет, есть выход, есть вектор, куда надо двигаться, и есть решение, как все-таки устойчиво развиваться цивилизация, в том числе в такой очень важной отрасли, как транспорт. Без транспорта цивилизация не может существовать, да? И этот вектор известен, это SkyWay. К настоящему моменту Александр Капитонов отбывает срок в российской тюрьме. Дмитрий Терехин давно лишился принадлежавшего ему крупного бизнеса и прекратил инвестировать в инновационные стартапы. Он приобрел в собственность колхоз, стал фермером и весьма доволен своим стадом коров. Сергей Полонский после ряда скандалов некоторое время находился в бегах. Скрывался в Камбодже, где приобрел яхту и несколько островов. В рамках ряда уголовных дел о мошенничестве и хищении в особо крупных размерах Полонского арестовали и экстрадировали на родину в 2015 году. В 2017 году Полонский был осужден на 5 лет колонии общего режима. Однако его освободили от отбывания наказания за истечением срока давности. Виктор Узлов после ряда скандалов в Австралии так и не смог получить гражданство этой страны. Будучи вынужденным скрываться от инвесторов, он поменял место прописки с Ульяновска, где у него была квартира, на невзрачную, очевидно необитаемую хибару в Подмосковье. В рамках созданной им компании Ajax Limited Узлов продолжает привлекать инвестиции на создание различных технологий, но до настоящего времени так и не смог достигнуть сколь-либо осязаемых успехов. Широкую известность получил его вечный фонарик, который якобы сам заряжается от радиоволн. Энтузиасты обнаружили, что Узлов по высокой цене продавал обычные китайские фонарики, работающие от пальчиковых батареек, запрятанных внутри монолитного корпуса.